Меня зовут Джули Пор, я специалист Международного центра Альвасар. И сегодня я не одна выступаю перед вами. Сегодня мне в помощь директор центра ФОР, она же соавтор нашего НИК. Также замдиректора Горнов Дмитрий, он тоже является специалистом в области нумерологии, астрологии и хиромантии. И один из лучших наших студентов, который проходил обучение в Екатеринбурге, тоже специалист по различным направлениям, в том числе нумерологии, его зовут Максим. Так что сегодня мы с вами будем не только изучать родологию, но и мы надеемся, у нас есть в запасе полтора часа, надеемся рассчитать каждого из вас, и каждый получит свою программу. Что будет в этой программе? Ну, конечно, графики карьеры, графики личной жизни, и также каждый из вас получит наименование своего родового эгрегора. Для чего это нужно? Ну, во-первых, родовой эгрегор – это ваши таланты, это ваши максимальные возможности, это и есть ваш источник жизненной силы. Ну, во время семинаров мы учимся считать, что это значит, но достаточно, если вы будете понимать, к какому энергоинформационному полю вы подключены. И чуть-чуть попозже, когда я закончу теоретическую часть, мы раздадим вам все ваши листочки и уже приступим к трактовке. Я назову в общей части непосредственно все родовые эгрегоры, и вы сможете уже определить. У вас на листочках будет раздел. Покажу. Любой листочек. Спасибо. Здесь, в самом низу, здесь клеточка, называется родовой эгрегор. Собственно говоря, здесь пока ничего нет, но через час будут стоять коды. И когда я все полностью назову, вы поймете, к какому родовому эгрегору относитесь непосредственно вы. Таким образом, вы сможете очень много уже о себе и своей семье понять. Благодарю. Ну а мы с вами начинаем. Дело в том, что очень многие люди задаются вопросом, кто мы во всей этой огромной безграничной вселенной. И кто-то, может быть, наверное, ездил когда-то в Перу. Были такие? Нет? Там есть один шаманский обряд, который позволяет вам в определенном энергоинформационном состоянии почувствовать, насколько вы близки ко Вселенной. И, собственно говоря, когда вы растворяетесь во всем этом необычном информационном поле и выходите уже обратно в реальность, вы говорите себе, неужели я являюсь частью огромной Вселенной? Да, вы действительно являетесь частью огромной Вселенной. И такое философское понятие, как человек является частью мироздания через некую космическую пыль, да, что мы являемся частью космической пыли, это всего лишь одно из пониманий физического плана. На самом деле мы подключены к энергоинформационным полям и через астральные, ментальные, эфирные и другие тела. Сегодня я вам это покажу. Поэтому человек не только часть Вселенной, он еще часть энергоинформационного поля. Как мы получаем эту энергию? Мы энергию получаем через наши астральные эгрегоры, которые и есть наши родовые эгрегоры. Сегодня я вам покажу, что наша Вселенная соединена с нами через чакровую систему, подключена к звездной системе, она, в свою очередь, подключена к нашей непосредственно чакровой системе. И мы по закону подобия есть не что иное, как продолжение Вселенной. Вы сегодня это сами увидите. Но и многие, кто занимается чакровой системой, наверное, задают себе вопросом. Все-таки, если мы подключены к энергоинформационному полю Земли через третью чакру, я об этом говорила во многих роликах, в книге это прописано, то как же мы подключены к нашему роду? К роду мы подключены через четвертую чакру. Именно она отвечает за любовь, за сострадание, сочувствие, сопереживание, умение почувствовать на расстоянии близкого человека. Но удивительно, именно четвертая чакра формируется именно в астральном плане. Вы тоже сегодня это увидите. То есть, по сути, это является нашей связью не только с родом, но и вообще, в принципе, со всей Вселенной. Вы, наверное, знаете уже, да, что наши тела формируются задолго до того, как они стали здесь, на физическом плане. И каждый человек вправе выбрать, на каком уровне он будет играть в ту игру, которую мы называем жизнь. В зависимости от того, как вы сформировали ваши физические тела, от этого зависит, насколько много энергии ушло в ваши астральные, ментальные, эфирные, кармические и другие тела. И когда мы говорим с вами о том, что человек является конечной точкой эволюции, мы немножко заблуждаемся. Наша игра как раз начинается с физического тела, и дальше мы движемся по уровню эфирного, астрального, других тел, дабы освободиться от физического тела и выйти на более высокий уровень духовного развития. Но мы с вами еще раз пройдем далекий-далекий путь, начиная от сотворения всей Вселенной и заканчивая непосредственно самим человеком, как мы получаем энергию и как она распределяется в нашем теле. Я уже неоднократно рассказывала про то, что материя находится, плотная материя, находится в первом измерении.
Там абсолютно плотная физическая материя, что-то вроде скалы конгломерата. Там нет ни грамма энергии, есть только плотная материя, состоящая исключительно из плотно лежащих электронов. Здесь жизни, как вы понимаете, нет. Далее у нас идет второе измерение. И во втором измерении идет разуплотненная физическая материя, которая представляет из себя всего лишь частички материи. Собственно говоря, из второго измерения мы получаем клетки для жизни, для нашего организма. Здесь тоже жизни нет. На третьем измерении находятся объемы. Когда у нас эфирное тело через мысли формы подхватывает энергию второго измерения, образуются недолговечные формы. Эти формы образуются и вновь распадаются, образуются и вновь распадаются. Так же, как ветер в пустыне подхватывает песок, но, к сожалению, не способны создать ничего более. Почему? Потому что нет самого эфира. Четвертая энергия, четвертое измерение, это измерение самого эфира. И вот здесь находятся сами мыслеформы. Но мыслеформы не способны создать что-либо, если нет общей глобальной идеи, а главное, нет энергии. И эта энергия расположена в пятом измерении. Все это струны. Они находятся в постоянном волновом движении. И рано или поздно эти струны что? Смыкаются. И тогда пятая струна опускается практически до уровня второго измерения и поднимается наверх. А вторая струна поднимается вверх и в районе третьего измерения уходит вниз. Таким образом происходит пересечение и формирование нашей Вселенной. Но вы уже об этом знаете, об этом очень много говорила в роликах и, как говорится, написано в книге. Но кое-что мы все-таки не осветили. Именно потому, что мы готовили вас к другой, более глубокой информации, связанной непосредственно с родологией человека. Собственно говоря, отсюда мы помните, мы поступаем, в нашу систему поступает положительная энергия для жизни, а со второго измерения поступает материя. На объединение образуется воронка. Эта воронка и есть торсионное поле. Но торсионное поле – огромное энергетическое поле, которое, если бы оно формировало наши физические тела в полном объеме, оно бы разорвало бы все, что может быть и не может быть. Поэтому нам нужна некая дополнительная функция, которая могла бы изменить, видоизменить это торсионное поле и сгенерировать более тонкое. Вот, собственно говоря, для этого и была создана так называемая чакровая система. У нашей Вселенной есть две оси. Первая ось, вы ее уже знаете. Это ось, которая находится на расстоянии 3,14, является центром нашей Вселенной. А вторая ось – это как раз ось нашей чакровой системы. И, собственно говоря, я неоднократно уже говорила о том, что человек связан со вторым измерением как через первую чакру. А с пятым измерением он связан как через девятую чакру. Ну, давайте и нанесем это все на схему. Таким образом, мы с вами получаем, что на второй чакре, на втором измерении находится первая чакра. Краем Вселенной является вторая чакра. Третья соединяет нас с третьим измерением. Здесь у нас по оси, по центру Вселенной располагается четвертая чакра. Края Вселенной – это пятая и шестая чакра. Здесь у нас на краю располагается седьмая чакра. Далее идет восьмая и девятая. Как вы видите, образовался крест. Тот самый крест, который носит не только человек как энергосистема, но и Вселенная как такая же энергосистема. Все формируется по закону подобия. Первая чакра и девятая, как вы видите, находятся за пределами нашей Вселенной, равно так же, как и восьмая. Поэтому наша задача вырваться из уровня, из оков, так скажем, да, второй, пятой, седьмой и шестой чакры и подняться выше на восьмой. Восьмая чакра отвечает у нас за так называемый третий глаз, это шишковидная железа в организме человека, это повышенная экстрасенсорика, стремление к духовности. И здесь, если внутри присутствует материя, то в районе восьмой чакры материи уже нет. Она же где находится? Она находится в эфирном поле. То есть здесь, на восьмой чакре, располагаются все ангелы, все покровители, высшие ангелы, но сверхвысшие ангелы располагаются только в районе девятой чакры нашей Вселенной. Таким образом формируется наша Вселенная, точно такая же чакровая система, как и у нас. И вот эта мощнейшая энергия торсионного поля, она поступает внутрь Вселенной. И здесь, благодаря желанию сверхвысших ангелов, начинает соединяться энергия пятого измерения и энергия второго измерения. Каким образом? Вот оно, огромное торсионное поле, которое состоит из множества различных слоев,
а если быть совсем точнее, X7. Терсионное поле по образу и подобию формирования нашей астрального плана точно так же формируется семью различными слоями. И вот эти все семь различных слоев, если бы они вошли бы в физическое тело, они бы могли бы очень большой дисбаланс в организме создать. Именно для этого формируется промежуточное звено. Мы об этом тоже еще раньше не говорили, но тем не менее это нужно понять. Из огромного многообразия тех самых торсионных полей через родовой эгрегор происходит конвертация этой огромной энергии в более мелкое торсионное поле, состоящее всего-навсего из одного потока. После чего это торсионное поле попадает уже в район 9-й чакры непосредственно человека, и точно такое же энергополе образуется через копию родового эгрегора, точно так же поступает торсионное поле на первую чакру. Вот таким образом человек связан со всей Вселенной. Что происходит дальше? Дальше наша энергия проходит насквозь и разделяется на два потока. Первый поток – это протоны, второй поток – это электроны. Они поступают сюда. Точно так же, как и с первой чакры, то же самое поступает сюда. И где-то по центру, в районе третьей чакры, вся эта энергия смыкается. Вот здесь, на третьей чакре. Как только происходит микроразрыв, а вы помните, да, третья чакра у нас находится в районе солнечного сплетения, и для каждой планеты, для каждой сущности на различных планетах эта центральная чакра, она различна. На Венере она вторая, на Марсе она четвертая и так далее. Для нас, землян, третья чакра является центром, центром нашего физического тела. И вы знаете, да, что в любом центре формируется самое большое объем магнитного поля, полюс магнитного поля. То же самое и здесь. Как только эти две энергии сомкнулись, произошел микровзрыв энергетический, и энергии разошлись по полюсам. И с этого момента образуется плотное магнитное поле, где полюс магнитного поля располагается в районе третьей чакры. Но магнитное поле – это конгломерат электронов. Их очень много. Раз, два, три, и все они абсолютно полностью связаны между собой. Как только магнитное поле было полностью сформировано, а магнитное поле – это энергоинформационное, ментальное поле, после чего происходит разделение. Вот здесь, как вы понимаете, очень-очень плотное магнитное поле, много-много электронов. Теперь нам нужно запустить эти электроны внутри нашей эфирной оболочки и создать физическое тело. Как это происходит? Из магнитного поля выделяется электрон и запускается внутрь. Отсюда, вы знаете, в магнитном поле, в самом, на полюсах, скажем так, расположено небольшое отверстие, куда и происходит втекание того самого электрического тока. Вот он вошел сюда, в районе 8-й чакры распределился и создал внутренний энергопоток. Вот так. То же самое происходит по всем другим чакрам. Это так формируется физическое тело. Внутри, на пересечении ментального и эфирного поля, расположено астральное поле, но уже меньшей частотности. Именно это астральное поле и связывает нас с нашими родовыми энергиями. Первая чакра в человеке отвечает за регенерацию клеток. И у наших дорогих двухтысячников, к сожалению, нет единички. Ну, не у всех, а у большинства нет единички в дате рождения. У нас же у всех есть, да? Мы родились в 1900 году, поэтому нам беспокоиться о подключении к первой чакре нет смысла. А у них, к сожалению, с этим могут быть проблемы. Если у них нет в дате рождения единички или девятки, соединяющие их с пятым измерением, можно подумать, как это исправить. Исправляется через имя. Если в имени двухтысячника Р, З, Щ буквы присутствуют, то вы автоматически подключаете их как к первой чакре, так и к девятой. То есть, по сути, соединяете их со Вселенной. Им гораздо проще искать пути в жизни, проще определять свое предназначение. Они более становятся интуитивными, потому что они не только обучаются через ваш родовый эгрегор и непосредственно ваше участие в их жизни, но и получают дополнительную информацию из космоса. Для всех остальных это нужно будет уже в последующем решать через различные псевдонимы, никнеймы и многое другое. Но в любом случае Р, З, Щ или единичка или девятка – очень важный инструмент для подключения человека к энергоинформационному полю.
Третья чакра, она отвечает не только за формирование вашего магнитного поля, она еще отвечает за формирование эфирного поля. Потому что здесь происходит смыкание этих струн, образуется магнитное поле, ну и, соответственно, как частный эффект образуется эфир. Когда мы с вами говорим об астральных планах, сейчас вот я нарисую, вы это увидите, то вы увидите, что и там третья чакра отвечает за эфирное поле. Все абсолютно подобно друг другу. Ну, давайте посмотрим дальше. Я в одной из лекций рассказывала о том, как устроен астральный план, что он слоистый, что в астрале нашей Земли, планеты Земля, существует три основных ветки. Это третий, четвертый, пятый слой астрала. К сожалению, мы сейчас находимся в зоне квантового скачка. Я об этом говорила очень много, и сейчас мы тоже повторю. К сожалению, в 2014 году, кто не знает, тому сейчас расскажу, произошел квантовый переход. Наш протон уменьшился в 4 раза. Кто-нибудь знает об этом? Да, конечно. Знаете. Это для физиков, конечно, глобальное событие, которое еще нужно объяснить, а для нас, эзотериков, это означает одно, что, к сожалению, материя продолжает уплотняться. А значит, мы, к сожалению, не способны сейчас в духовном смысле развиться до такого уровня, чтобы решить этот вопрос. Наша задача — передать нашим потомкам через родовые эгрегоры ментальную информацию о том, как правильно развиваться по жизни. Иначе мы рискуем открыть ниши, второй слой астрала, и тогда души с Венеры начнут проникать к нам в большем объеме, что, конечно же, очень сильно усугубит нашу жизнь. Ну и, конечно, к сожалению, мы с этим аспектом можем психологически не справиться. У них совершенно другой образ жизни, другие представления о семье и личных отношениях. Тем не менее, мы с вами должны понять, насколько это важно для нас. Итак, значит, если мы предположим, что мы находимся на четвертом уровне астрала, допустим, возьмем теоретически некого человека, и вот в этом четвертом уровне астрала у нас находятся также слои. Первый слой – это физический слой. Здесь находятся физические тела. На втором тонком слое находится эфир. Дальше у нас идет астральный план. И конечный итог для нас пока – это ментальный план. Я уже говорила о том, что в ментальном плане существуют эгрегоры и эдемы. Эгрегоры – это когда ментальное поле защищается от негативной информации. Почему? Ментальный план нашего астрала, оно с чем связывает? Оно связывает нас с планетой Земля. Через него мы общаемся с нашей Солнечной системой, через него Солнечная система передает информацию во Вселенную. И она равномерно распределяется перед всеми объектами нашей звездной системы. Итак, если мы неправильно даем информацию в ментальный план, то ментальный план начинает от нее что? Защищаться. Ровно так же, как токсины в организме блокируются жировыми клетками. Поэтому, когда мы думаем о чем-то негативном, и чем больше человек думает об этом негативном аспекте, то образуется, тем больше образуется в ментальном плане, образуется так называемых эгрегоров. Эгрегоры не должны быть доступны для всего человечества. Поэтому существует небольшой круг операторов, которые подключены к этому ментальному эгрегору. И только они способны считывать информацию с него. Если вы не входите в эту группу, то вы не знаете, какую информацию несет этот эгрегор. Также существуют эдемы. Эдемы – это то же самое, что эгрегор, тоже, когда ментальный план защищается. Но есть одно исключение. Все дело в том, что в эдемах хранится положительная информация. Ну, например, о том, что души не перевоплощаются, а после последнего своего дня они попадают в некое царство, абсолютно красивое, где райские птицы и так далее, но при этом они не эволюционируют. То есть как будто бы последняя точка жизни человека, она связывает его с некой нирваной или эдемом. Собственно говоря, это тоже является заблуждением, которое мешает человеку эволюционировать, поэтому эти эдемы точно так же закрыты линзами в ментальном плане. Так устроен ментальный план. Наша задача – передавать чистую, полезную для всего человечества информацию, чтобы любой человек, обладающий высокой степенью подключений, мог подключиться к ментальному полю и считать информацию того философа, ученого или эзотерика, который разработал новую технологию. Но она должна быть полезна для каждого. Когда мы на семинарах рассчитываем по китайской школе нумерологии подключение к ментальным полям,
мы видим, каким ментальным полям подключен тот или иной человек. Ну, наши студенты понимают, о чем я говорю. Так мы определяем венерианца чистокровного, чистокровного землянина, ну и, конечно же, чистокровного марсианина, то есть индиго. И когда мы видим здесь эти эдемы и эти эгрегоры, они, к сожалению, мешают нашему ментальному полю. И чем их больше, это как облака, тем сложнее пробиться через этот ментальный линзы, пробиться к энергоинформационному полю. Чем больше мы думаем не коллективно, а единолично и передаем информацию через наши родовые эгрегоры, тем быстрее мы подключимся к нашим ментальным полям. В астральном плане здесь тоже находятся эгрегоры. Эти эгрегоры для нас как раз-таки наоборот, очень даже положительные. Вот я рисую приблизительный эгрегор. Мы назовем его родовой эгрегор. Когда энергия, помните, да, из торсионного поля входит в человека, она его разрывает. Но когда она входит через родовой эгрегор распределяет это по своим родовым линиям. Чуть попозже я нарисую эти родовые линии, научу вас определять, кто вы по отношению к вашим предкам. То есть вы конкретно и точно для себя скажете, кто вы, прапрадедушка или прапрабабушка, по маминой или по папиной линии. Уже буквально через там, полчаса вы сможете это для себя, собственно, определить. И, конечно же, поможете вашим друзьям, вашим коллегам, близким людям точно так же справиться с этой непростой задачей. Но чуть попозже я расскажу о всех родовых эгрегорах, которые существуют. Итак, когда это торсионное поле прошло и попало в ваш родовой эгрегор, оно распределилось и начали зарождаться души в том или ином родовом эгрегоре уже в физическом плане. Вот я рисую вам человечка в физическом плане. У каждого человечка есть что? Эфирное тело, астральное тело и ментальное тело. Мы сегодня остановимся только на астральном и ментальном теле, потому что именно они связывают нас с родовыми эгрегорами. Через астральный план человек воплощается на Земле и также через астральный план попадает обратно в родовой эгрегор. Чтобы путь в родовой эгрегор был прост, чтобы душа не заблудилась, для этого в астральном плане существует астральная копия вашего дома. Раньше предки наши называли эту астральную копию храмом или хоромами. И на самом деле все мы, когда-то, все наши предки, все жили в хоромах. Это не значит, что дом был богат убранством. Это означает, что этот дом был наполнен жизнью предков и потомков. И все жили в одном доме, дом был всегда деревянный. И когда создавались какие-то новые семьи, дома лишь расстраивались. И когда предки уходили в астральный план, они находили этот дом и приходили в свой родовой эгрегор, где его встречали другие предки. Сейчас, к сожалению, с этим возникла очень серьезная проблема. Мы все переехали в каменные дома, и очень многие утратили связь со своим родовым эгрегором. Поэтому, когда мы производим расчеты, мы даже уже на первом курсе это видим, образуется очень много родовых кармических эгрегоров, кармических связей. В таком роду, конечно, человеку очень тяжело воплощаться, у него появляется запрет. Чуть попозже я вам покажу знак, который называется знак закрытия рода, и вы все сможете его рассчитать, если он у вас есть. Это означает только одно. Вы не продолжили свой род, то есть ваша астральная ветка, ваша астральная связь с родом была прервана. И вторая ветка, которая соединяет человека с родовым эгрегором, это ментальный план. Ментальный план – это энергоинформационный план. То есть вам дают право воплотиться через определенный родовой эгрегор для того, чтобы вы отдали условно плату. Каким образом? Через ваши знания. Чем больше вы изучаете, тем больше вы познаете, раскрываете в себе таланты или таланты ваших близких людей, тем больше информации поступает обратно в ваш ментальный план родового эгрегора. За это вы получаете бонус, очень серьезный бонус. Этим бонусом является энергия. Видите, какой знак я нарисовала? Знак доллара. Когда используют ту или иную символику, люди, знающие, о чем говорят, они, конечно, работают на что? Они работают на наше подсознание. Когда мы видим этот знак, у нас возникает ощущение радости. Плюс еще что? Зеленый цвет.
Зеленый цвет – это цвет успокаивающий. И когда мы изучаем карту стихий, да, в китайской школе, мы знаем, что стихия дерева соответствует зеленому цвету, она отвечает за интуицию, за связь с родом и так далее, и так далее. Плюс зеленый цвет отвечает у нас в школе, в западной школе нумерологии, за четверку, пятерку и шестерку. Это как раз те самые чакры, четвертая, пятая и шестая, которые связаны человека с его ментальными и астральными полями. Вот я вам и наношу. Первая чакра находится за пределами физического тела. Вот она здесь и расположена. Вторая чакра нашего тонкого плана расположена, ну чуть-чуть смещу для видимости, расположена в физическом теле. То же самое, как и энергосистему самого человека. Вторая чакра отвечает за деторождение. А отсюда и понятно, да, почему у нас явление человека на свет связан как раз именно с этой частью нашего организма. Почему? Потому что вторая чакра отвечает за физический план. Третья чакра, как вы видите, отвечает за эфирный план. И она точно так же расположена в центре нашей энергосистемы. Все, пока мы идем по закону подобия, ничего нигде пока не ошибаемся. Да? Ну и, соответственно, третья чакра, как эфирный план, связывает нас еще с чем? С планетой Земля. Это наша пуповина. И если у нас происходит неправильное рождение человека, я об этом тоже много говорила в роликах, когда пуповина отрезается, а не дается возможность ребенку получить все энергетические соки из организма мамы, мы, к сожалению, отрезаемся от нашего плана Земли. Отсюда человек не чувствует свои эмоции, не чувствует эмоции планеты Земля. Он, к сожалению, не убегает, если возникают какие-то катастрофические события. Ну и, конечно, загрязняет экологию и не переживает за планету Земля. Дальше у нас идет астральный план. И за нее отвечает четвертая чакра. И именно в астральном плане четвертой чакры располагаются родовые эгрегоры. В организме человека за четвертую чакру у нас отвечает что? Сердце. Поэтому говорят, что есть один из законов мироздания – это закон любви. Если вы способны любить, то у вас есть связь с вашим родовым эгрегором. Дальше у нас идет в ментальном плане пятая и шестая чакра одновременно. Они расположены на правом, пятая, и на левом, шестом плечах человека. Благодаря пятой и шестой чакре наша энергосистема абсолютно замкнута и объемная, в отличие от той системы, которую представляет индийская культура. Ну и, соответственно, кармический план здесь у нас находится, за нее отвечает седьмая чакра. И вы знаете, если происходит какой-то дисбаланс в карме, то есть человек нарушает кармический закон или ошибку прошлого воплощения, сегодня мы тоже их просчитаем, я назову их еще раз, чтобы вы могли познакомиться со своей ошибкой прошлой жизни. Ну и, естественно, попытаться ее развязать. Этот кармический узел. Так вот, за это, за карму отвечает щитовидная железа. Если возникают какие-то сложности именно с щитовидной железой, она либо усыхается, либо наоборот, очень становится объемной, либо у вас возникают очень серьезные боли, когда сдавливается горло, это говорит о том, что вы вошли в зону турбулентности или в зону кармы. К счастью для нас, шея – это самая тонкая часть тела. Почему так? Потому что допуск к восьмому плану, к интуитивному телу человека, должен быть строго ограничен. И именно щитовидная железа через кармическое тело человека определяет, пустить эту информацию выше, допустить ваше духовное развитие или нет. Если вы знаете, есть даже такая удивительная традиция в африканских селениях, одевать обручи на шею, тем самым удлинять шею и делать ее значительно тоньше. Таким образом, они искусственно ограничивают поток кармы и допускают себя к более высоким слоям. Я не настаиваю на этой традиции. Все же лучше работать с кармой поступками, а не кольцами. Вот. Что касается нашей системы. Мы получаем энергию, передавая туда только информацию. И вот представьте, человек пришел к некому магу или оккультисту, неважно, и говорит о том, что я хочу пройти обучение в вашей школе и получить что? Посвящение. Вы можете обучаться где вам угодно, вы можете получать различного рода информацию, но очень важно не проходить посвящение. Почему? Потому что все эти посвящения работают не через родовые эгрегоры, а через эгрегоры, находящиеся в ментальном поле. Таким образом происходит предательство ваших родовых традиций.
Почему? Вы говорите, я не хочу передавать вам и получать у вас, у моих предков, я не хочу получать информацию. Я хочу получить информацию в совершенно другом ментальном поле. За это вас, естественно, накажет ваш родовой эгрегор. И вот вы начинаете подключаться, ну я смещу немного, это все на одной линии находится, вы начинаете подключаться к ментальному полю совершенно чужого ментального эгрегора. Да, вам дадут знания, но есть одно глобальное «но». Когда вы формируете ваше энергоинформационное поле, ваш жизненный опыт, ваши знания в классике, как должно быть в соответствии с нашими традициями, все это должно попадать куда? В родовой эгрегор вашего рода. Взамен вы получаете энергию. Но вы накапливаете энергетический план, ваши предки накапливают энергетический план, ваши потомки накапливают. И все вы получаете абсолютно равную, ну, как бы копию того информационного поля, которое вы накопили. А здесь за тысячу лет вы скопили, ваш род скопил некую информацию, и когда вы подключились к родовому эгрегору, ментальному эгрегору другого поля, произошло автоматическое скачивание всех файлов, которые накопил ваш род за тысячи, за десятки, а может быть даже и за сотни тысяч лет. Вы просто-напросто взамен этой энергии, да, она больше, значительно больше, чем родового эгрегора. Да, знания более интересные, они уникальные, их не было в вашем родовом эгрегоре, но вы передали эту флешку в чужое ментальное поле. За это кармический план отрезает вас от ментального плана вашего рода. А если вы еще и не продолжаете ваш род, либо возникли некие дефекты с продолжением рода, как, например, аборты, то вас еще отрезают и от астрального плана этого рода, и вы остаетесь один в поле воин. В этом аспекте вам, конечно, что хорошо? Вы получаете некие знания из чужого ментального эгрегора, но этот эгрегор дает вам только те знания и только ту информацию, которую вы запрашиваете. Она не связана с общими правилами, общими законами мироздания, ровно то, что вы хотите. Поступили в клуб А, получили информацию клуба А, не клуба Б, не клуба В, ровно то, что вы запросили. При этом от того, что вас отключили от ментального плана вашего родового эгрегора, вас отключили и от удачи. Так уж вышло, что удача – это то, что нам дают наши предки. Если вы отключены от астрального плана, вы не передаете знаний, то предки не готовы вам помогать. Соответственно, вы что чувствуете? Отток энергии. Начинается депрессия. Вы чувствуете, что вас как будто бы нет на планете Земля, а главное, что нет поддержки, опоры, интересов. Все как будто бы пропало, все как будто бы не то. Но зато в этом самом ментальном эгрегоре вы получаете некую информацию. Что плохо? У этого ментального эгрегора существует свой филиал. Это родовой эгрегор, через который вам теперь придется воплощаться. Они вам дают астральное подключение, они вам дают ментальное подключение, и вы навсегда уходите от вашего родового эгрегора. Чтобы вернуться к нему, необходимо вспомнить, кто вы. Когда мы считаем родовые эгрегоры, очень хорошо видно, во-первых, кармический род, раз, то есть отключены ли вы от этого ментального плана, и второе, если у вас шестерка в четвертом рабочем числе, чуть позже я покажу, что это, то вы отключены еще и от астрального плана и этого родового эгрегора. Таким образом, вы не получаете ни знаний вашего рода, ни энергии. Что означает знание вашего рода? Это очень глобальный аспект. Как я уже говорила, каждый потомок, ваши братья, сестры, тети, дяди, все абсолютно подключены к одному родовому эгрегору. Вот он, этот ваш родовой эгрегор. Вот вы подключились к этому родовому эгрегору, вот ваш брат или сестра, и любые другие ваши родственники. Каждый из них подключился к этому родовому эгрегору. Ну, условно говоря, здесь есть некий USB-порт. И вы получаете информацию. Каким образом? Во-первых, вы получили распределенную общую информацию, которая до вас накапливалась в этом родовом эгрегоре. Поэтому, когда вы воспитываете то или иное животное, они тоже подключены к своим родовым эгрегорам. Вы научили одного животного что-то делать, ну, например, подавать лапу, да? Или носить вам мячик. Рождается у этого животного, рождается потомок, и удивительно, с первых же дней своей жизни
Он делает то же самое, что его предки. Почему? Потому что он получил информацию, общую, опыт всех предков своего рода. Вот смотрите, вы получили от предков опыт. Вы в течение жизни накопили свой жизненный опыт, свою информацию. И эта информация астральной копии легла в ваш родовой эгрегор. Дальше другой ваш предок тоже накопил некий опыт, и он точно так же передал этот опыт в этот же самый ваш родовой эгрегор. Что происходит дальше? Дальше у вас рождается потомок. И у потомка одновременно возникает информация вашего жизненного опыта, а также жизненного опыта другого вашего предка. Таким образом, когда раньше люди жили все вместе, и каждый развивался, не нужно было так много времени и усилий тратить на воспитание ребенка. Все это происходило автоматически через родовые эгрегоры. Если вы начали нести негативную информацию, которая может помешать или затруднить философскому, да, интеллектуальному развитию ваших потомков, в этом аспекте вас отключают ментально от этой флешки. Вы не способны загрязнить ее информацией, но они при этом также перестают вам выдавать ту информацию, которая могла бы пойти, к сожалению, вашим потомкам. Поэтому всегда нужно отслеживать ваши поступки. Вы не только ответственны перед вами, перед вашей кармой, вы еще ответственны перед вашим родом. Это очень важный аспект. Итак, теперь давайте посмотрим, как вообще в принципе устроены родовые планы. Таро-нумерология, совмещенная с халдейской школой нумерологии, существует 22 основных родовых эгрегора. Чуть-чуть попозже, когда вы все получите расчеты, вы сможете понять, какой непосредственно ваш. Поэтому название родовых эгрегоров и какую информацию он несет, я расскажу чуть-чуть попозже. Сейчас еще немножко теории. Итак, у нас существует 22 основных родовых эгрегора. Ну, если хотите, можем немного рассчитать. Кто хочет назвать свою фамилию? Да, пожалуйста. Климова. Климова? Климова. У вас основной эгрегор первый. Знаешь, как интересно. Ну и, соответственно, первый родовой эгрегор – это эгрегор учителей, причем учителей, которые в свое время очень были приближены ко двору. То есть это, по сути, дворян, ну не то чтобы дворянский род, но очень близко приближен к этому. Ваши мужчины, предки вашего рода, они передавали очень глубинную информацию людям, они преподавали в институтах, в высших учебных заведениях. Ну а, соответственно, женщины вашего рода занимались в основном медициной, знахарством. Поэтому, если у вас возникает интерес либо к педагогике по мужской линии, либо по женской линии, непосредственно вашей линии, к медицине, знахарству, космобиоэнергетике, целительству и прочим другим аспектам, все правильно. Вы получаете энергию из вашего ментального поля рода, и вам так много учиться в этих двух профессиях не стоит. Вы просто чувствуете это, потому что вы получили эту информацию из вашего рода. Но родовой эгрегор первый, их очень много. Почему? Потому что фамилия Климова, фамилия еще какая-то, тоже относится к первому родовому эгрегору. Еще, и таких может быть даже и сотни тысяч, а может быть еще и больше. И все они абсолютно накапливают общую энергию для первого родового эгрегора. Соответственно, что мы видим? Это называется родовое гнездо. Родовое гнездо – это объединение рода по генетике. Отсюда родовое гнездо отвечает за генезис человека. То есть, условно говоря, здесь располагаются все Климовы. Здесь все какие-то еще по первому родовому эгрегору. Есть у нас еще? Посмотри, пожалуйста. Первый по мужской линии. И так далее, их очень-очень много. Но каждое родовое гнездо распределяется по своим генетическим строго определенным линиям. Вот вы конкретно родились, ну, предположим, в этой генетической линии. То есть, по сути, все ваши предки, Шилов, здесь еще фамилия Шилов тоже расположена. Больше нет.
ну, пока не рассчитали, и так далее. То есть вы видите, да, Климова – это первый род, Шилова – это первый род, и так далее, и так далее. Их может быть очень много. Каждый из них распределяется в свою генетическую линию. У каждой генетической линии свой единый предок. И вот вы, когда родились в этом, уже непосредственно в своем роду, это уже называется родовой очаг. И вы располагаетесь, ваша точка, в этой огромной координате здесь. То есть, по сути, вы здесь наполняете ваш родовой очаг – родовое гнездо, а родовое гнездо передает информацию в родовой эгрегор. Система очень длинная, но что интересно, каждый из родов Климова, Шилова и другие, которые находятся под первым эгрегором, накапливает тот самый жизненный опыт, который распределяется всем потомкам. То есть не только ваши предки передают вам знания, еще передают знания предки других родовых гнезд. Если каждый из нас будет развиваться, мы будем распределять эту энергию по огромному количеству людей. Поэтому у каждого из нас есть как минимум одно ментальное подключение. И это ментальное подключение к нашему родовому эгрегору. Чтобы вам определить вашу связь с родом, потому что у нас есть коэффициент нумерологии, позволяющий определить, насколько вы приближены энергетически к вашему роду. Для этого я возьму первую попавшуюся фамилию из листочка. Так. Ну, как обычно, беру Раху. Те, кто на семинары ходит, знают, я выбираю либо хранителей, либо индийных, либо Раху. Так что здесь опять я выбрала Раху. 13 сентября 1965 года рожден человек. Ну и, соответственно, сейчас мы с вами будем рассчитывать коэффициент связи, энергетической связи человека с его родом. А для этого мы с вами начинаем суммировать все цифры, входящие в дату рождения. 1 плюс 3 плюс 9 плюс 1 плюс 9 плюс 6 плюс 5. Что? Свою дату писать. В принципе, да, да. Вы можете писать свое и сразу же определите вашу связь с родом. Ну, соответственно, тот, кто знает, мы сейчас рассчитываем первое рабочее число. Оно же является первым метациклом человека. Оно же показывает первый уровень развития души, на каком уровне находится человек и так далее. То есть у этого аспекта очень много параметров. Мы сейчас смотрим его с точки зрения коэффициента связи с родом. 1 плюс 3 плюс 9 плюс 1 плюс 9 плюс 6 плюс 5 у нас получается 34. Для нас пока этой информации достаточно. 34 – это первый экзамен в жизни человека. В вашем случае у вас получили свои знаки. То есть в нашем случае, что 34 года – это первый экзамен человека, который показывает, смог он развязать свой кармический узел, в нашем случае четвертый, или нет. Что? Как это было посчитано? Посчитано 34? 1 плюс 3 плюс 9 плюс 1 плюс 9 плюс 6 плюс 5. Мы сейчас суммируем все цифры, входящие в вашу дату рождения. Все получили значение? Да. А теперь мы с вами делим на константу. Она равна 8. Почему 8? Потому что у нас 8 цифр в дате рождения. Таким образом мы получаем... 34 делим на 8, 4,25. 4,25. Рассчитали? Нормой качества является 3. Если у вас значение равно 3,0, значит вы к своему полю родового эгрегора подключены. Если у вас получилось ниже, а вы будете потом рассчитывать ваших любимых двухтысячников, и вы увидите, что их подключение очень слабое. Мало того, что у них отсутствует единица и девятка в дате рождения, что не дает им полноценной связи со вторым и девятым измерением, второе измерение дает регенерацию клеток, девятое — подключение к высшим слоям нашей Вселенной. Так у них еще, ко всему прочему, очень низкий коэффициент. Если у вас до трех, значит, подключение к астральному плану ваших предков очень слабое. Отсюда маленькая удача. Предки не готовы вам помогать. Вам теперь нужно заслужить право
войти в их элитный клуб, передавать им правильную информацию. За счет этого они дадут вам гораздо больше энергии. Когда мы с вами считаем количество энергии, выделенной на воплощение, я вам покажу, как это считается. 13.09, слитное написание дня и месяца рождения, умноженное на год рождения, мы получаем некий цифровой ряд. 13.09 умножая на 1965, получаем 2572185. И применяем сумму тех значений, которые у нас получились. 2 плюс 5 плюс 7 плюс 2 плюс 1 плюс 8 плюс 5. Если ноль, да, вы просто когда слито напишете, вам калькулятор сам отбросит недостающие знаки. Таким образом, у вас получается, у вас свое значение, у меня получилось 30. Многие у меня спрашивают, клерируются ли различные методики? Смотрите, мы умножили слитное написание дня и месяца, умножили на год. У нас получился некий цифровой ряд. А дальше мы применили так называемый нумерологический аппарат, он называется кверсумма. Мы применили кверсумму к тем значениям, которые получились. То есть 2 плюс 5 плюс 7 плюс 2 плюс 1 плюс 8 плюс 5. Получилось 30. 30 – это та энергия, которую вам выделили на воплощение. Если у вас норма качества, а это 26, 27, 28 – это говорит о том, что вам достаточно для жизни, и высшие силы вам, по сути, выделили максимум, что они могли. Если, как в нашем случае, 30, это говорит о том, что вам добавили энергию из вашего родового эгрегора. То есть у вас высокая, видите, высокая связь с предками, и они вам сумели добавить энергию. Когда вы будете опять-таки считать наших любимых двухтысячников, вы увидите, что у них показатели очень низкие. Почему? И ангел, сопровождающий человека, не дал достаточно энергии. Да еще и родовой эгрегор не дал. А почему? А потому что нет почета и уважения к предкам. По этой причине, к сожалению, мы сейчас очень многие потеряли, утратили удачу. Мы за ним движемся куда? В различные эгрегоры ментальные, а по факту нужно всего лишь навсего вспомнить о почете и уважении к предкам. И вы получите все, что вы хотите. А норма получается от скольки до скольки? Норма в каком аспекте? Ну, вообще. Смотрите, в первом коэффициенте норма это 3, а в нижнем это 26, 27, 28. Если больше 30, как в нашем случае, это говорит о том, что человек получил энергию, то есть норма. Что ангелы дают? Ангелы дают норму 26, 27, 28. Если у вас 30, то вам дополнительную энергию выделил ваш родовой эгрегор. Почему? У вас хорошая связь с вашим родом. В прошлом воплощении, а это один из элементов потенциала личности, вы уважали и почитали ваших предков. Ну, в нашем конкретном случае единственное, в чем был недостаток человека, жил за чужой счет. Но, нет, это был мужчиной. Жил за чужой счет. Поэтому в определенном аспекте, конечно, в финансовом плане он несет очень большую ответственность перед родом. И если этот человек не будет обеспечивать свою семью, то его могут даже от его 30 единиц энергии отключить. Для чего ему дали так много энергии? Чтобы до 34 лет он развязал свой кармический узел, начал обеспечивать семью. А это, как вы понимаете, непростая задача. И род готов ему в этом аспекте помочь. Таким образом, вы сможете проанализировать два аспекта. Сколько вам энергии выделил род, сколько энергии выделил ангел, и еще один аспект, как вы связаны с вашим родом. Есть у кого очень низкий показатель коэффициента получился? 24 здесь? Это мало количество энергии выделено. Если вам выделили меньше нормы, значит, высшие силы вам не доверяют. Они решили немножко закрутить вам гаечку, дать более тяжелый уровень прохождения игры под названием «Жизнь». А если 40? Что? А если 40? Это значит, что вы очень много вложили уважения и почета, вы передавали знания ваших предков в прошлой жизни, поэтому сейчас вам добавили большее количество энергии, чем необходимо. Но вы не забывайте, если вам выделили кредит,
а это кредит энергетический, на большую сумму, то и большую сумму придется возвращать. Если нам выделяют энергию, что мы должны вернуть? Знания. Поэтому таких людей всегда тянет к знаниям и к передаче этих знаний. Вот так, как вы видите, мы рассказываем нумерологии именно с научно-эзотерической стороны, чтобы вы понимали, что за каждой цифрой не только жизнь, но и целая Вселенная. Теперь мы с вами посмотрим еще один аспект. А кем был человек в прошлой жизни? Мы определим пол. Пол человека в прошлой жизни. Ну, да, пол. Мужчина или женщина. Для чего нам нужно это знать? Очень просто. Все дело в том, что буквально через несколько минут я вам покажу настоящую, более полную схему распределения родовых линий. Если раньше в роликах я показывала всего лишь по одной ветке, то сейчас я покажу их все. И таким образом вы сможете конкретно сказать, вы кто? Вы предок, по какой линии и какого пола? То есть бабушка или дедушка, да? То есть вы четко уже можете определить. Для этого мы с вами снова суммируем все цифры, входящую в нашу дату рождения. И мы вновь, как вы помните, получаем 34. Дальше мы применяем квер-сумму к полученному значению. Напомню, квер-сумма — это сумма цифр, входящих в наше число. 3 плюс 4 нам дает 7. Успеваете? Да. Теперь чуть-чуть посложнее. Но тот, кто знает систему Пифагора, мы сейчас идем по системе Пифагора. Дальше что мы делаем? Полученное первое значение, которое мы делили на 8, это значение мы с вами преобразуем через минус 2 умноженное на D1, не равное нулю, к следующему значению. Что такое D1? Давайте я другим цветом напишу. У нас день рождения, видите, состоит из двух цифр. Первая цифра в нашем случае это единичка, вторая цифра — тройка. D1 и D2. Видите, я здесь написала, D1 не равное нулю. Потому что если D1 равно нулю, то мы берем следующее значение — D2. Уж D2 точно не равно нулю. Ну и, соответственно, в нашем случае получаем 34 минус 2. И я обращаю внимание, что по правилам математики мы сначала применяем умножение, и только потом вычитание. Минус 2 умноженное на 1. И получаем 32. Теперь понятно, почему человек в прошлой жизни не зарабатывал денег. Почему? Как только мы с вами поставили 32, мы вновь применяем квер-сумму. 3 плюс 2 дает нам 5. Наши расчеты на этом завершены. Почему я сказала, что этот человек не работал в прошлой жизни? Те, кто занимается системой Пифагора, знают, что в последнем числе, так называемое четвертое рабочее число, у нас стоит предназначение или задача в прошлой жизни. Соответственно, в нашем случае пятерка — это путешествие. Он просто был, этот человек был очень занят путешествиями, поэтому не было времени на то, чтобы заработать и обеспечить свою семью. Да, ну как вы понимаете, если он жил за чужой счет и путешествовал, он тоже за счет своей семьи, скорее всего. Но мы сейчас осуждать не будем, мы глубоко карму сейчас не считаем, мы смотрим другие аспекты. Итак, да, пожалуйста. А мы видим больше, потому что мы в дате рождения видим очень много. Здесь, во-первых, ваши программы по прошлой жизни, ваши кармические узлы по прошлому воплощению. Здесь мы видим, справились, не справились со своей задачей на воплощении. Здесь я вижу, что не справился человек. Справился всего на 80%. 20% ушло в карму. Дальше что мы видим? Для чего пришел в род программу на юность человека, видим программу на будущее воплощение здесь, мы видим метациклы все, потому что в уме умеем считать уже дальше. Что мы видим? Уровень развития души, мы видим планетарную задачу на это воплощение, мы видим планетарную задачу прошлого и метациклы прошлого, мы видим точки препятствия, мы видим кармические узлы, мы видим карму и даже сценарий прошлого жизни. Как жил человек в прошлом воплощении. И это всего лишь навсего просто дата рождения. И намного-много-много глубже и больше и так далее. И мы еще, по сути,
никакого серьезного математического аппарата не применили. Просто мы на первом курсе учимся считать ошибку прошлого воплощения, и так уж вышло, она уж настолько интересна в своем расчете, она настолько привлекательна. Вы же понимаете, людей что интересует? Чуть-чуть чертовщиночки, да? Поэтому наши семинаристы уже на первом курсе, выходя на улицу, слыша какие-то даты, да, я правильно понимаю? Слыша дату, уже начинает. Так, понятно. И начинает у всех расспрашивать, да, все правильно. Потому что ошибка прошлого воплощения лежит на поверхности. И здесь мы начинаем писать дату, и она уже проявляется сразу. В данной ситуации очевидно абсолютно для меня и наших студентов о том, что в прошлой жизни человек жил за чужой счет. Чуть-чуть попозже вы каждый сможете познакомиться со своей ошибкой прошлого воплощения. Но тоже строго себя не судите, это все лишь одна из ошибок. Но самое главное. Но самое главное, да. Итак, мы с вами рассчитали. Все успели посчитать? Джулия, если здесь 13, а если одно число? Если у вас дата рождения с единицы по девятке, то есть вы родились 01, 02, 07, 09, вот первый, это означает, что вы справились со своей задачей в прошлой жизни на 100%. В нашем случае, ну вы это знаете, а другие нет, в нашем случае не совсем, да. Потом же следующий будет 10. 10? Он говорит про это число. 32 у него получилось 19. Следующее 10. А, лично у вас. Да, у вас 10. У вас получилось 10. Да. Я чуть-чуть попозже расскажу. 18. 18 у вас получилось вот здесь? Ну вот в последнем. Вот здесь 18. Значит, здесь у вас 9. 9. Да. Вас интересовала эзотерика в прошлой жизни. Поэтому вы сейчас здесь. Поэтому здесь. Наше прошлое воплощение очень тесно связано с нашим подсознанием. И если у вас очень сильные родовые эгрегоры, у вас эгрегор знахарей, например, жрецов есть такие, у вас эгрегор экстрасенсов или колдунов, причем, когда я говорю слово «колдун», я имею в виду не маг оккультный. Колдуны — это самые сильные эзотерики, умеющие управлять эфиром. Наверняка у нас здесь есть такие представители, и, конечно, вы об этом узнаете чуть попозже. Итак, вы все рассчитали, да, вашу нижнюю строчку? Замечательно. Теперь наша задача — рассчитать количество четных и нечетных цифр в двух строках расчета. А вы считаете свое. Нечетных цифр 10. Вы считаете цифры, потому что 10 — это число. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, да? Так, здесь у нас 3. Решили еще раз потренироваться, да? Уложить материал. Смотрите, мы с вами сначала рассчитали так называемую нижнюю строку. Рассчитали, да? И теперь мы считаем количество, не сумму, а количество четных и нечетных цифр в этих двух строках. В двух строках. Что? Ноль как считается? Ноль — это нейтральная цифра. То есть это, да, она нечетная и нечетная. Один. Смотрите, давайте пройдем вместе. Я сейчас вам показываю на моем конкретном примере. Сначала считаю нечетные цифры. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. Теперь четные. Раз, два, три. Вот, собственно говоря, я это и записала. А день рождения у вас какой? Он хранитель. Это очень хорошо. Для него, не для вас. Так, да. Я не слышу, к сожалению. Одинаково, это мы уже на семинаре рассматриваем, там есть тонкость. Да, я слушаю вас. Вторая строка. Вот это квер-сумма 3 и 4, а пятерка — это квер-сумма 3 и 2. Да. 12 так оставляем. Да, 12 так оставляем.
Пятерка – это квер-сумма 3 плюс 2. Итак, мы с вами получили некие значения. Давайте научимся теперь их трактовать. Ну, наверное, вы уже догадались, да? Нечетные знаки – это стержневые, сильные, волевые знаки, то есть мужские знаки. Поэтому, если у вас нечетных цифр было больше, чем четных, это говорит о том, что вы были мужчиной. Но от тумблер брутальности смотрится по количеству разницы, да, между нечетными и четными цифрами. В данной ситуации мы видим, что мужчина был очень брутальным. Ну почему? Потому что любил путешествовать и познавал другие культуры, а может быть и что-то другое. Собственно говоря, благодаря своей брутальности, наверное, и получалось очень легко и хорошо жить. Что касается женских знаков, да, если у вас нечетных цифр меньше, чем четных, значит, вы были девушкой. И опять-таки, степень женственности определяется по этому аспекту. Мы, когда определяем этот вопрос, как бы да, на семинаре, для чего нам нужно это понимать? На подсознании мы сравниваем нашего партнера с нами в прошлой жизни. Отсюда возникают такие интересные разговоры в конфликте. «Я бы на твоем месте так не поступил или не поступила». Как вы понимаете, когда вы задаете вопрос, а когда ты был на моем месте, ответ очевиден – в прошлом воплощении. Ну и, соответственно, здесь мы видим, что у конкретного человека, я не знаю пока в этом воплощении пол, да, мужчина или женщина, что я могу сказать, что он будет искать либо очень сильную женщину, если является мужчиной, либо будет искать очень волевого, сильного мужчину, если это девушка. Понимаете, да, почему? Потому что очень сильные знаки, да. Но таким образом мы с вами пока определили только пол ваш в прошлой жизни. Но если помните, я вам говорила, что есть один кармический знак, который тоже очень хорошо замечается. Это знак закрытия рода. Если у вас в расчете вот здесь, в четвертом числе, стоит шестерка, есть у нас такие в зале? Есть, есть. Есть. Это означает, что вам в этом воплощении не дозволено продолжать род. Не всегда не бывает детей. Когда этот знак стоит у мужчины, это значительно сложнее, потому что первые четыре ребенка, которые зачал мужчина, приходят в его род, а ему не дозволено продолжать этот род. Детей, скорее всего, не будет. Либо дети будут эгрегориальные. Они будут рождаться и говорить: «Мам, пап, я вас не знаю, я из другого рода, у меня другие таланты, и я, пожалуй, пораньше буду самостоятельным». Если это девушка, девушка воплощает на свет своих предков, пятый, шестой, седьмой, восьмой ребенок. То есть у женщины все же есть шансы, по крайней мере, воплотить предков своего супруга. С этим знаком, да, не просто рожать детей. Итак, если у кого-то из вас есть этот знак, это означает, что в прошлой жизни вы не продолжили свой род, будучи единственным ребенком в семье. То есть на вас в прошлом воплощении родовые линии были закрыты. Если вы не продолжили род, вашему предку некуда было вселиться. Соответственно, теперь вас отправили, помните, я рисовала родовые гнезда? Вот оно, родовое гнездо. Из родового гнезда выходит несколько очагов. Здесь очаг, здесь очаг, здесь очаг. Вас отправили в соседнее родовое гнездо. У вас другой теперь генезис. Поэтому у этих людей очень часто бывают сбои в организме совершенно непредсказуемого характера. Почему? Эфирное тело человека, которое формирует потом его физический план, само по себе не, ну, как бы оно абсолютно одинаковое из воплощения в воплощение. И каким образом эфирное тело сохраняет свою форму? За счет молекулы ДНК. А молекула ДНК – это информация от папы, информация от мамы. Вот в этом очаге информация от мамы и от папы будет корректная. Соответственно, ваше эфирное тело, то есть ваше здоровье, будет корректным. Если вас отправляют через шестерку, у вас этот знак запечатлен, вас отправляют в чужое родовое гнездо, этот джин не подходит под эту лампу. И отсюда возникают некоторые дефекты в физиологии. К сожалению, такие есть сбои. Но таким образом нас наказывают за то, что мы не продолжили свой род. А теперь, когда мы уже определились с вашим полом, все его определили, да?
Да. Теперь я вам рисую, как выглядит процесс вхождения душ ваших предков. В виде схемы. Я уже говорила о том, что вы, когда вступаете в отношения, вы должны понимать, что вы воплощаете не просто аватары, вы воплощаете души ваших предков. И первыми рождаются дети, потомки вашего супруга, и только потом непосредственно ваши. Вот я обозначаю сплошной кружочек, предположим, будут мужчины, да, и, соответственно, полукружочек у нас будут девушки. Соответственно, вот рождается первый ребенок, первенец в роду. Ну, пусть будет мужчина, это не имеет значения. Первенец в роду, его раньше называли уродом, потому что он стоял у рода. Он нес абсолютно чистую генетическую линию. Почему? Давайте посмотрим. Вот здесь ось вашего рода. Здесь у вашего папы, кто есть? Есть папа и есть мама. Соответственно, у вашего папы есть папа и мама. Ну и, соответственно, у вашей мамы есть папа и тоже мама. Далее, у всех ваших предков также есть родители и папы, и мамы. Это мы сейчас обозначили дедушку, бабушку по папиной линии. Точно так же дедушка и бабушка по маминой линии. Дедушка и бабушка по маминой линии. Увидели, да? Пока мы рассматриваем первые 4 детей. Вот он, первый ребенок. Кто он? Первым ребенком является потомок вашего отца, который, в свою очередь, несет гены своего отца, вашего дедушки. Ну и, соответственно, воплощается кто-то из двух предков, который является прапрабабушкой или прапрадедушкой по отцовской, чисто отцовской генетической линии. Если вы являетесь первенцем в семье, а мы с вами рассматриваем вариант, что у вас папа и мама одинаковы, то есть одни и те же, да? Соответственно, здесь тогда вы являетесь стоящим у рода, и вы воплощаете, помните, мы считали только что, мужчина или женщина? Либо вы воплощаете прадедушку, либо прапрабабушку. Вот теперь вы знаете, кто вы. Если вы второй ребенок в семье, что? Есть вопросы? Если вы второй ребенок в семье, то вы воплощаете тоже мужскую линию вашего рода со стороны вашего отца, но уже его маминых предков, то есть вашей бабушки предков. Вот она, вторая линия. И здесь то же самое. Есть прапрадедушка или прапрабабушка. Опять-таки, по вашему полу в прошлой жизни вы сможете четко определить, кто вы. Следующий ребенок у нас... А если двойняшки? Двойняшки — это одна душа. Я тогда сейчас закончу и расскажу про поводу двойняшек. Итак, следующий ребенок у нас воплощает линию мамы. Третий ребенок — линию мамы. Но первоначально и всегда мужскую линию мамы, то есть это ваш дедушка по маминой линии, у которого также были двое предков, мужчина или женщина. Четвертый ребенок в роду воплощает тоже мамину линию, тоже мамину, но по линии вашей бабушки с маминой стороны тоже двое предков, кто-то из них вошел в тело. Абортированные считаются, да. Каждый ребенок, у нас душа вселяется в тело на 7-й день после зачатия. И если ребенок по каким-то причинам до 7 дней ушел, это не предок. Если на 7-й день уже душа вошла, все, процесс запущен, соответственно, с этого момента это предок. И если вы делаете аборт, вы лишаете предка возможности воплотиться на земле. Более того, если так уж стало, что вас по какой-то причине убили в этой жизни, а аборт — это убийство, соответственно, вы попадаете уже не в свой родовой эгрегор, а в тот самый ментальный копию, да, филиал эгрегора, и вы теперь будете воплощаться через чужие совершенно линии. Но это не значит, что если к вам вашего потомка вселилась душа эгрегориальная, не означает, что он кармический. Не факт. Потому что у нас очень часто убивают людей, которые очень много положительного сделали для землян,
но по какой-то причине не вписались в некий режим. Так что сильно не осуждаем таких деток. Так воплощаются первые 4 ребенка. И в ведической культуре так, как говорится, что первые 4 ребенка рождаются в род кого? В род папы. Следующие потомки, это у нас уже идет 5-й, 6-й, 7-й и 8-й ребенок, они приходят в род мамы. Система здесь точно такая же. Есть папа и мама со стороны супруги. Здесь тоже есть дедушки и бабушки. И точно так же есть прапрадедушки и прапрабабушки. До них, к сожалению, в наше время не всегда доходит. Поэтому, когда они пропускают время для рождения, они зависают, ну, к счастью, не в эгрегоре ментальном, они зависают в своем родовом эгрегоре и ждут, когда время, а каждая душа знает время своего рождения благодаря матрице. И когда пройдет там тысячи, может быть, и десятки тысяч лет, и снова сложатся некие знаки, то они смогут войти в тела своих потомков. Итак, первый ребенок, то есть у нас он уже как бы 5-й, первый ребенок в ее роду, воплощает опять-таки линию мужчин, чисто мужская линия, кто-то из двух предков по ее чисто мужской линии. Он тоже является стоящим у рода, но уже у рода супруги. Дальше мы идем и воплощаем предков по бабушке. Ну и, соответственно, система точно такая же. Здесь у нас идет бабушка, прабабушка по мужской линии воплощает здесь своих предков. Ну и, соответственно, здесь то же самое идет уже по чисто абсолютно женской линии рода. Вот так идет сама система вхождения душ ваших предков в тела ваших потомков. И если кто-то, как я говорю, по каким-то причинам, сознательным или бессознательным, не родился, то вы теперь уже знаете, какой из предков не родился, не сможет продолжить теперь эволюционное развитие в вашем родовом эгрегоре. Вам этот знак ничего не напоминает? Есть предположение? Ну, многие говорят «полная чаша», да, похоже на чашу. Кто-то говорит «похоже на Грааль». Но все-таки давайте мы вернемся к символике. Я вам уже показала, что означает знак доллара в нашей системе и почему он столь привлекателен. А теперь я вам покажу, что выглядит, как обозначается этот знак. Вы все видели, абсолютно все видели этот знак. Его сейчас используют в основном в обрядовой практике, но это знак, показывающий именно связь потомков с родовыми линиями. Это чисто наш славянский знак, который сейчас, к сожалению, заимствован другой культурой и приписан к кабале. А по факту это действительно наш знак. Вот таким образом выглядит сама система в уже в более схематичном варианте, схема воплощения душ на планете Земля. У нас уже есть расчеты? Да. Отлично. Ну, если у вас есть вопросы по теоретической части, я готова ответить, и потом уже начнем изучать непосредственно ваши родовые эгрегоры. Да. Пожалуйста, попадались ли люди с отрицательным третьим числом? С отрицательным третьим числом? Есть такие. Как это проявляется? У нас веточка нашего воплощения, она идет не строго вперед. Иногда бывает, что и назад. Если у вас в нижнем, правильно я понимаю, в нижней строке получилось минус-минус. Да, такое бывает. Вы с этими людьми, это, как правило, двухтысячники, да? Вы с ними, задайте ему один вопрос этому вашему ребенку. А как живется в будущем? Попробуйте поговорить именно с этого ракурса. Он будет вам рассказывать о робототехнике, о каких-то совершенно сумасшедших технологиях, о том, что внутри организма находится железо. Потому что я сколько разговаривала с такими детками, они очень откровенны, да? Они говорят о том, что внутри находится металлический, много железа. И у меня сложилось впечатление, что мы пока ведем в нашем будущем киборгом, так называемым. Поэтому если вы с ним поговорите именно с позиции, что это не философия, а как будто бы вы готовы его услышать, то вы услышите очень много о нашем будущем. Это некий знак, что
Это знак того, что ребенок воплотился не из прошлого, как обычно воплощаются, а он воплотился назад, из будущего. Поэтому наше время для него является минусовым, прошлым. А для нас мы стремимся к будущему. Да, давайте расскажу про двойняшек. Двойняшки, они же близнецы, зиготные, дизиготные, сиамские, это не имеет значения. Говорит о том, что в прошлой жизни это был один человек. Вы знаете, да, что у человека есть физическое тело, и у двойняшек тоже есть физическое тело. У каждого из них есть эфирное тело, и у одного, и у второго. Соответственно, у каждого есть астральное тело, потому что все по-разному возвращаются в астральный план. И здесь тоже нужно очень важно спросить у ваших близких, либо у ваших клиентов, кто из этих близнецов или двойняшек родился первым. Потому что в астральный план уходит первым второй ребенок, тот, кто родился вторым. Дальше идет ментальный план у каждого, абсолютно он свой, потому что каждый нарабатывает свой опыт в жизни. После чего у одного идет кармический план, первенец получает положительную карму, а второй ребенок получает отрицательную карму. Отрицательную карму. Дальше у них происходит слитие их энергетических оболочек. Эмоциональный план или план, скажем так, поподробнее, да, восьмой чакры — это связь с ангелами. У них общая, ну и, соответственно, общая у обоих, девятое — программное тело. Почему происходит разделение этих тел на два, три даже сейчас бывает тела? Потому что в прошлой жизни такой человек допустил очень грубые ошибки. Он мог стать причиной массовых убийств, каких-нибудь массовых, не очень корректных, да, поступков, греховных поступков. И у такого человека три пути. Первый путь — это поступить на службу в бесы. Второй путь — это отправиться на Меркурий, когда душа, по сути, как бы утилизируется и возвращается уже заново через миллионы, миллиарды лет. И третий путь — это исправиться. И ввиду того, что в космосе самым главным законом является закон свободы воли, у каждой души спрашивают, на какой путь они готовы отправиться. И если такая душа выбирает тело близнеца, то младший из близнецов получает всю полноту отрицательной кармы. И всю свою жизнь он прорабатывает ошибку этого физического тела одного в прошлой жизни. А первенец получает как раз наоборот, абсолютно положительную карму. Для чего это сделано? Ну, во-первых, для того, чтобы встать на путь у нас абсолютно весов. И если одному хорошо, то второму должно быть тоже хорошо. Чем больше положительного делает первенец, тем легче автоматически проходить свой путь, свою дорогу второму ребенку. Чем хуже живет второй ребенок, тем сложнее, они находятся на одних весах, на одной чаше, тем сложнее жить первенцу. Поэтому они находятся в такой интуитивной связке, и поэтому у них одно программное тело. Если один не справится, есть на подстраховке другой. Ввиду того, что второй ребенок чаще всего погибает первым, а это все же одно тело, все эти энергетики по карме автоматически переходят первенцу. И теперь ему придется одному прорабатывать ошибку прошлой жизни этого человека в прошлом воплощении. Поэтому если у вас родились близнецы, или двойняшки, или сиамские близнецы, и если сейчас их очень много иногда рождается, то это говорит о том, что к вам в род пришел кармический ребенок, и вам доверили право помочь этому ребенку развязать свои кармические узлы. Есть еще вопросы? Да. А если близнец и двойняшка природу выбирают? Я правильно понимаю, карма на первого ребенка? Карма автоматически переходит на первого ребенка, да. Да. К кошным детям это относится? Еще раз? К кошным детям. И кошные — это вообще не запрограммированные дети. Вот смотрите, у нас очень много было войн. Огромное количество людей погибало во время этих военных действий. А я уже говорила, если человек погиб, сам он этого добился, или так получилось, защищая родину, например, да, он все равно не сможет больше вернуться в свой родовой эгрегор. Он попадает в некое общее, скажем так, эгрегориальное поле. Как ему воплощаться? Есть несколько вариантов.
Первый вариант – это попасть в чужой родовой эгрегор, но так не всем везет. То есть, если подготовлена матрица, то он может воплотиться. Если нет, то есть второй вариант. Второй вариант – это современные эгрегориальные экошные дети. Дело в том, что тело не запрограммировано было родиться. Этим родителям не давали этого ребенка. Они пошли вопреки законам космоса, навстречу биологическим законам, родили ребенка, но в души предка в этом ребенке нет. Здесь есть только эгрегориальная душа. Это неплохо, потому что я уже говорила, что очень многие люди были очень доблестны, защищая родину, пали в бою. Многие были великолепными учеными. Ну, например, вы знаете, да, что в Древнем Египте существовало электричество. Знаете, да? А представьте, люди, которые вскрывали эту тайну и говорили о том, что не в наше время была создана лампочка, что она существовала в Древнем Египте. Или люди, которые рассказывали об истинной истории нашей цивилизации. Им тоже, к сожалению, нет места в нашем мире. Вот эти глубоко духовные, философские, умные души теперь будут воплощаться в телах как раз икошных детей. И третий вариант – это смешение народов. Есть такой закон, называется закон Рита. Слышали, да, о нем? Благодаря закону Рита у нас сейчас происходит огромное количество рождений тех самых эгрегориальных душ. Но благодаря этим возможностям воплощаются предки, которые зависли в астральном плане. Вот три варианта, по которым вы можете, ну, как бы понять уже непосредственно, кого вы воспитываете, вашего предка или чужого. Если эти дети не запланированы, значит, к ним не прилипает отрицательная карма, значит, они идут по другому развитию, то о том случае, когда вы говорили, если двойняшки получаются естественным путем. Я понимаю. Они входят в тело, душа должна войти в одно физическое тело. Тот факт, что двойняшки родились при ЭКО, говорит о том, что да, душа вошла, но она и за счет своей кармы распределилась. Здесь нет лазейки. У нас душа уже жила в прошлом воплощении и наработала свой опыт. Если двойняшки, это 100% тяжелая карма в прошлой жизни. Вопрос в том, как родились, через свой родовой эгрегор, либо каким-то другим способом, это уже другой вопрос. Да. А если, допустим, человека рассматриваешь, и он сам может даже не знать, что близнец, ну там по какой-то причине, и что получается неверно будет расчет? Почему? Расчет абсолютно верен. У них, смотрите, карма одинаковая, но один живет в плюсе кармы, а другой в минусе кармы. Тот, кто живет в плюсе кармы, к вам на консультацию не придет, если вы об этом спрашиваете. К вам придет тот, кто сидит в минусе, да еще и глубоко. И вот тогда он придет и начнет, естественно, вам рассказывать о всех своих аспектах. И вы начинаете понимать, странно, вроде бы не так глубоко ошибся в этой жизни. Почему он так низко пал в карме? У нас в карме есть 5 слоев в минусе, 5 слоев в плюсе. Мы на первом курсе учимся считать ошибку прошлого воплощения. Это верхний слой отрицательной кармы. И учимся считать точку препятствия. Это верхний слой положительной кармы. Но там еще 4 других слоя вниз и 4 наверх. Соответственно, если вы рассчитали и видите, что сбываются события, которые, например, находятся там в третьем слое, а он не допустил таких серьезных ошибок, есть два варианта. То есть две причины этому событию. Первое, он вошел в карму через знакомство с тем или иным человеком, через открытие юридического лица под кармическим для себя названием, если он живет в кармической для себя стране или городе. То есть вы смотрите пока приближенные первые навскидку знаки по карме. Если здесь все чисто, тогда абсолютно очевидно, что он отрабатывает отрицательный слой. Но за мою практику я консультировала всего несколько человек из близнецов. Вас консультировала? Нет. Вы близнец. Ну, соответственно, как правило, я говорю, на 90% срабатывают кармические знаки, потому что человек просто элементарно, не зная того, взял на себя цифровую матрицу кармическую. Вот вы открываете бизнес, у вас есть название. Это название может быть для вас кармическим. В вашем случае вы знаете, вы первенец или второй ребенок, да? Второй. Вот, соответственно, это ваш вариант. Поэтому вам теперь более ответственно придется жить, потому что вы отвечаете и за вашего старшего брата, как вы говорите, сестра. Отвечаете за старшую сестру, и чем чище вы живете, тем легче становится ей. Но это не значит, что она абсолютно кармически святая. Мы все люди. А
да. Точно так же, да, точно так же. И не у всегда. А, и кошные дети, они продолжают род, но они его начинают с нуля. С нуля, да. То есть они не получают полностью ментальную информацию. То есть смотрите, они астрально, помните, я вам рисовала, да? У нас есть астральная связь и ментальная связь. Вот астральная связь у икошных детей есть. Они же воплотились на Землю, да. А ментальной связи у них нет, потому что для них это чужой родовой эгрегор. И те, у кого шестерка в четвертом числе, то же самое, не имеют ментальной связи с родом. Им теперь нужно своими знаниями, своим жизненным опытом доказать, что они вправе также подключиться к этому полю. Поэтому те, у кого нарушенные ментальные связи, очень сильно это ощущают на эмоциональном фоне. Чувствуют себя неподкрепленными. Да. Тройняшки – та же самая история, только здесь немножко по-другому делятся тела. Абсолютный минус ложится на последнего ребенка. 50 на 50 карма, то есть и положительно, и отрицательно на среднего ребенка, и абсолютно положительное ложится на первенца. То есть, по сути, второй ребенок в тройняшках, он несет и положительную, и отрицательную карму, как любой человек. Он даже этого не замечает. Был там вопрос, да, сейчас. Скажите, пожалуйста, если ребенок умирает в утробе матери, это что значит? Два варианта. Либо у него была карма, связанная с гибелью. Обычно такое происходит, когда абортированы были дети в прошлой жизни у этого человека. И у мамы тоже стоит знак того, что она утрачивает ребенка. В такой ситуации мы берем дату рождения мамы, смотрим, нет ли у нее в карме утраты ребенка. Если есть, это чисто карма сработала. И если этого знака нет, тогда у него закончилась матрица. У него нет времени на прохождение матричных уроков. И когда полностью иссечет либо 10 тысяч лет, либо 52 кода, он вернется обратно на первый код, ему выделит опять 10 тысяч лет, и он опять будет идти. Это как ТО автомобиля. Либо год, либо 15 тысяч километров. Да. Крещение у христиан – это тоже отключение от родового эгрегора? Да. То есть, получается, все, кто крестились, да, они отключены от родового эгрегора? Нет, абсолютно нет. В этом вопросе религиозный эгрегор дает нам очень хорошую лазейку, сами дают. Они говорят, что если вы в течение 7 лет не посещаете воскресные службы, вас автоматически отключают от религиозного эгрегора. А если посещаете, вы подключены к религиозному эгрегору, в следующем воплощении будете упрощаться через 15-й кармический род. Я не могу ответить на этот вопрос, поскольку у человека есть закон свободы воли. Ваше право выбирать. 15-й род – это род колдунов, потому что у религиозного эгрегора именно 15-й аркан. Ну, если вы будете читать по халдейской школе, вы это увидите. Да. Кесарево сечение, расскажите. Кесарево сечение, к сожалению, неблагоприятно делать. Даже если в этом есть медицинская необходимость, лучше все-таки, потому что врачи не всегда бывают правы в этом аспекте, лучше все-таки попробовать родить самим. Почему? Душа, когда входит на 7-й день в тело, она четко понимает день, секунду своего рождения. В этой секунде заложены все его таланты, программа на воплощение, его карма, его прогностика. Если происходит кесарево сечение, но это еще хорошо, благодаря нашей разработке ошибки прошлого воплощения, вы хотя бы можете выбрать помягче карму. Ну а если все-таки ребенок рождается в некой карме, а он ее не совершал в прошлой жизни, он отрабатывает ту карму, которую ему навязали, раз. На уровне подсознания он продолжает отрабатывать свою личную карму, два. У него есть новая программа на воплощение по дате рождения, а также интуитивная по той, в которой он должен был родиться. У него там были таланты, и здесь таланты. У него там предназначение, и здесь предназначение. Такие люди живут двумя судьбами, они очень редко находят себя, и самое главное, что они отрабатывают карму, даже не понимая, за что. Очень человек чувствует это, свое он отрабатывает или нет. Особенно, когда мы говорим, ваша ошибка прошлого воплощения такая. Все говорят, четко, да. Я чувствовал, что это мое. Да, действительно, я это отрабатываю. А да. Можно личную карму рассчитать такого?
Можно ли считать... У близнеца? Нет, по кесарю можно. У нас буквально в Москве несколько дней назад закончился семинар, и прямо на семинаре, ну, я разбираю разные вопросы на семинаре, в данной ситуации был этот. Нужно было рассчитать реальную дату рождения человека. Это рассчитывается по нескольким технологиям. Первая — это точка препятствия. Ну, да, нашим студентам будет помощь. Точка препятствия, она интуитивная. Это психологический дефект у человека. И каждый человек знает свои психологические дефекты. Она должна совпасть в реальной дате. Это раз. Во-вторых, каждый человек чувствует свое предназначение. Если вы выставите все точки предназначения, вы тоже сможете определить. Ну и, конечно же, ошибка прошлого воплощения. Тоже каждый интуитивно это чувствует. Вы идете от обратно, вы начинаете... Но это нужно очень хорошо знать человека, либо наводящими вопросами. Благодаря этой системе можно предположить. Но в данной ситуации что нам повезло? Нам повезло, что человек был очень талантлив. Он был ученым, физиком. Он, кстати, является одним из разработчиков бестопливных технологий. Он очень много посылал своих трудов в Америку. Ему возвращали отказ, а через пару лет появлялись его труды под чужими именами. Такой уровень ученой степени — это стопроцентный хранитель. Ввиду того, что он никогда за все свои 85 лет не сдался, это значит, что он раху. Все, у нас уже есть код хранителя в нижней строке, у нас есть код раху. Остается только определить, год мы знаем, а остается определить только месяц. Вот, собственно, благодаря этому мы определили, а уже потом перепроверили через точки препятствия ошибки прошлого воплощения, и все сошлось на 100%. Скажите, а если ребенка постоянно не хотели рожать, уничтожали, а он родился все-таки, это о чем говорит? Это значит, что этот человек, во-первых, должен быть на планете Земля, это раз. Во-вторых, каждый ребенок тоже там борется за свою жизнь. Но есть люди, у которых энергетика слабая, они сдаются, и тогда они не могут на подсознании уговорить маму остаться. Ну и, соответственно, иногда бывает... Кстати, когда мы рассчитываем циклы ангелов, так называемый расчет расписания ангелов, то если ребенок зачат в Меркурии, это первые полтора месяца после дня рождения женщины. Первые полтора месяца — это период Меркурия. Если ребенок... Я просто скажу тоже. Зачат в Меркурии, он рождается в Сатурне под покровительством женщины. Хочет женщина или не хочет, этот ребенок будет рожден, потому что сам архангел встал на защиту этого ребенка. Это самые талантливые дети. Этот ребенок, и его еще уничтожали, продолжали. Такое бывает. Здесь надо смотреть карму, потому что здесь похоже на то, что... Такого не бывает. Так... Нет, на самом деле мы не можем воплотиться здесь, если у нас нет кармы. Помните, я вам рисовала Вселенную? Я вам показывала в этой Вселенной две точки. Точка верхнего края Вселенной и точка нижнего края Вселенной. Да? Здесь у нас 2, здесь у нас 7. Семерка отвечает за карму. Семерка. Если вы находитесь еще в карме, вы находитесь внутри Вселенной, а не снаружи. То есть, если у вас карма развязана, то вы ангел. А если у вас карма есть, и вы воплотились в материальном мире, значит, вы еще пока не все развязали. Вопрос. Может душа присутствовать на Земле, но она уже имеет значение архангела? Нет. Нет такого? Не может быть. Ну, я, по крайней мере, с таким не сталкивалась. Очень многие люди, опять-таки мы говорим о ментальных эгрегорах, они вам за долю малую, а может быть и безвозмездную, да, они вам подключают какие-то каналы, они вам дают допуск там, к пятым измерениям, открывают вам путь к вашему ангелу. Это невозможно. С точки зрения физики, химии, генетики, чего угодно, это невозможно. Это называется, человек хочет в это верить, ему дают такую возможность. Но так же, как одна моя клиентка из Англии постоянно мне звонит и что-то только не придумывает. Ну, в смысле, ей маги ее подсказывают, да? Ей говорят о том, что у нее эфирное тело на другой планете. Ей говорят, что у нее ангелы все собрались куда-то, ушли. Это физически невозможно. И главное, что она же переживает, она все время звонит и плачет, и рассказывает все это. А я ей пытаюсь объяснить, я даже книжку направила, но она не слышит, потому что ей хочется верить в том, что у нее есть какой-то некий дефект. Это невозможно.
каждому человеку хочется сказать, что он особенный какой-то. Конечно. Если у вас есть особенное подключение к ангелу, оно, в принципе, есть у всех, но особенное означает, что вы очень тонко его чувствуете. Через вашу восьмую чакру, через третий глаз. Кстати, есть в Египте один знак, вы все его знаете, я постараюсь его воспроизвести, я небольшой художник, да? Вот этот знак. Ну, поняли, да, о чем я говорю? Здесь еще, по-моему, как-то вот так. Вы знаете, что он означает? Это шишковидная железа. Поэтому вот этот знак в Египте означал, что у каждого человека есть та самая, ну, правда, там он Пифис назывался. То есть у каждого из вас есть подключение к энергоинформационному полю. Иначе вот здесь, вот именно в этом центре располагается ваша восьмая чакра. Иначе вас бы не было на планете Земля. Поэтому экстрасенсорные способности есть у каждого. Вопрос только в их интенсивности развития. У нас, например, в нумерологии есть такая технология, позволяющая нам рассчитать допуск в эзотерику. Многие на семинаре ждут последнего дня, чтобы посмотреть, какое количество допусков у них есть. Ну и, собственно говоря, допуск в эзотерику означает, что ваша задача на воплощение, она совпадает с эзотерическим путем. У нас есть допуск через планетарную задачу, допуск через социальную задачу, допуск через кармическую задачу, допуск через родовой эгрегор, это мы сейчас будем смотреть. Если у вас родовой эгрегор 5, 9 или 15, у вас есть допуск в эзотерику. И еще один допуск через матрицу. Вот 5 допусков. А теперь... Повтори. Еще раз? Можно повторить? Да, конечно. Допуски в эзотерике получаются через планетарную задачу, социальную задачу, кармическую, через ваш родовой эгрегор, то есть через талант вашего рода, а также через матрицу. У кого 40-й квад в матрице, 7-я, 9-я или 12-я строка в матрице – это допуск в эзотерику. И на последнем семинаре в Москве меня попросили прописать все задачи на воплощение. Я очень легко доказала, что это сделать невозможно. Мы изучаем отдельно, смотрите, отдельно каждую задачу на первом курсе, а дальше только метафизический склад ума нумеролога, ну, мы, естественно, это все рассказываем на семинаре, позволяет объединить все эти 5 задач в единую конструкцию. А если мы бы писали, например, на эту тему книгу? Ну, давайте вместе, да, пройдем. Планетарных задач 12, социальных задач 22, кармических задач 12, родовых эгрегоров 22, матричных кодов 53. Есть еще дополнительный. Какое количество вариантов вы получите? Перемножим. Да, давайте перемножим. В общем, 80 миллионов. Как вы понимаете, даже если я на каждую задачу уделю хотя бы одну страницу, то вам придется читать очень долго. Поэтому лучше все-таки подключать метафизический склад ума и уметь это все объединять. Так, ну мы уже, наверное, готовы, да? В матрице у нас 13 строк допусков, 40-й код, раз. Вся 7-я строка — это духовники, это 7-й код, 20-й код, 33-й код и 46-й код. Вся 9-я строка — это экстрасенсы. И 12-я строка — это Богоматери, Богоотцы. Им дают высокую интуицию именно для того, чтобы они могли воспитать правильно своих детей. Да. Если человек ходит в церковь, и он больше 7 лет уже, то его ребенок отключается от родового эгрегора? Если он рожден до того момента, как мама пошла, он родился в то время, когда она уже начала ходить. Да, скорее всего, он отключен. Да, да, скорее всего. Но здесь тоже, смотрите, какой очень важный момент. Если это первые 4 ребенка, первый ребенок пришел в род мужчины, он к маме никакого отношения, разве что физиологического, не имеет. Он находится в роду у папы и подключен. А, как раз папа и ходит в церковь, тогда подключен, да. Если мужчина израсходовал свои возможности до первого семейного опыта, то он будет рожать первые 4 ребенка, которые он зачтет в семейных отношениях, это тоже эгрегориальные души. 4 первых зачатых ребенка, и неважно, они в супружестве или не в супружестве, они все равно воплощают его предков. Да. Кто? Я захожу на нашу.
Могут быть разные причины, по которым он не заходит, да. Так, вы готовы? Да. Вот последний тогда вопрос, я вижу, он последний, да? Дети, рожденные в 2000-х, у них первая цифра одинарная, второй цифры уже не будет? Нет, первая и вторая цифра одинаковые. То есть, условно говоря, 1 плюс 0, там, получается та же единица. Дублируется знак. Ну хорошо, тогда мы сейчас раздадим вам ваши листочки. Вы сможете по листочкам что определить? Так, мы с вами видим здесь родовые эгрегоры. Видите, да, они выделены цветом все, да? Отлично. Выделен. Это ваш родовой эгрегор. Я их сейчас все перечислю. Дальше мы с вами видим кармический узел. Есть такой раздел «Кармический узел». Что касается графиков. Синяя линия на графике – это ваша карьера. Если график идет наверх, это означает, что профессиональные дороги вам абсолютно открыты. И то, что вы сейчас, допустим, в данный момент не работаете, скорее всего, это ваш выбор. Если график идет вниз, работа очень проблематична. Удержаться за рабочее место тяжело. Если вдруг на нисходящей линии вы захотите уйти в свободное плавание или перейти с одной работы на другую работу, у вас могут возникнуть проблемы с трудоустройством. Красная линия – это ваша личная эмоциональная жизнь. Если личная эмоциональная жизнь идет наверх, она приносит вам удовольствие в отношениях. Если вниз, очень высокий риск расставаний. Ну а сейчас по поводу наших родовых эгрегоров. Мы сейчас находимся в процессе расчетов, не все успели посчитать. Поэтому те, кто сейчас не получит информацию, чуть-чуть попозже. Вы можете просто пока прописать трактовки. Да, мы сейчас взяли ту фамилию, которую вы написали. Большинство из вас, девушек, вы написали фамилию по супругу. Правильно? Да. Вот вы молодец. Значит, наш основной родовой эгрегор – это родовой эгрегор по роду, то есть по папе. Потому что не всегда девичья фамилия совпадает с той фамилией, которая стоит в роду. Девушки не всегда знают, да? Соответственно, ваша первая фамилия – это фамилия вашего родового эгрегора. Это тот род, через который вы воплотились, и тот род, в котором вы передаете свою информацию. Вы получили информацию, ее должны передать. Когда девушка меняет фамилию, она входит в чужой родовой эгрегор. Через 21 день после смены фамилии. То есть и ментально она передает информацию, и теперь ментально она будет эту информацию получать. Если вы помните, я вам рисовала линии, да? У нас первая линия мужская, чисто мужская воплощается. Вторая линия – чисто женская линия. Если у вас есть, у вас, у девушки, да, есть мальчики, то вы будете воплощаться теперь через родовой эгрегор рода супруга. Потому что первыми вы воплотитесь, помните, я рисовала, через мужскую линию. Если у вас нет мальчиков, девочки, значит, вы так и остались астрально, так и остались в своем основном роду. Но ментально вы все равно теперь подключены к другому роду. Потому что вашу флешку теперь будут использовать предки другого рода. Девушку всегда называли берегиней родовых линий и хранительницей чего? Очага. Родового очага. Вот о чем шла речь всегда. Если вы сменили фамилию, вся ваша информация, весь ваш жизненный опыт, все ваши таланты, все ремесла, все знания, которые вы освоили через 21 день после смены фамилии, все это теперь будет вписываться в родовой эгрегор вашего супруга и передаваться всем вашим потомкам. Если вы решили вернуть обратно себе фамилию, через 21 день энергия обновляется, и вы вновь возвращаетесь в свой основной родовой эгрегор. По правилам, желательно, чтобы первые 4 ребенка имели фамилию супруга, последующие 4 ребенка носили фамилию мамы. Но, в принципе, я не рекомендую менять фамилии. Это лишние программы, это лишние задачи, которые вам также приходится выполнять. Да. Если гражданский брак и совместные дети имеют фамилию мужа. Гражданский брак для высших сил никакого значения не имеет, если мы говорим о неофициальном, да? Потому что гражданский брак это считается официальным. Соответственно, если вы берете, ваш ребенок берет фамилию вашего мужчины, он подключен к другому родовому эгрегору. Если вы по-прежнему носите свою фамилию, вы как носили этот родовой эгрегор, так и носите его.
выполняя ваши ментальные предназначения, ну и, соответственно, ваши задачи в роду. А если бюрократия, это вообще придуманная? Не рода. Я понимаю. На все есть свой родовой эгрегор. Если вы берете вымышленную фамилию, вписываете ее в документы, это у нас, во-первых, считается как эгрегор. То есть мы перепроверяем через карму обязательно, потому что вы можете взять кармическую, да, псевдоним. Ну и, соответственно, вы подключены теперь к совершенно другому эгрегору, причем оно может, этот эгрегор может не совпадать генетически с вами. Это тот самый вариант, когда в следующем воплощении вы же... Это рассчитывается, да. Вот смотрите, у нас есть один родовой эгрегор, и тут пошли линии, да, линии, дополнительные линии, вот вы. А вы берете и меняете свой родовой эгрегор. Если этот эгрегор, ну, например, первый, а этот второй, то вы, взяв эту фамилию, вошли в совершенно другой родовой эгрегор, у которого абсолютно иные генетические линии. И воплощаться вы теперь будете через другой родовой эгрегор. Поэтому я все-таки не рекомендую менять фамилии. А если меняете, желательно остаться в том же родовом эгрегоре. Мы считаем. У нас очень много специалистов в Екатеринбурге. Екатеринбург просто богат на эзотериков очень сильных. И у нас в зале сегодня очень много обучившихся по нашей системе. Вы видите уже, да, Максим, он как раз в вашем городе. Других специалистов вы можете с ними познакомиться. И они помогут вам это рассчитать. Ну, либо если вы пойдете на семинар, то вы точно научитесь считать это. Итак, значит, да. Я правильно поняла, что если девушка первого рожает сына, то она дальше воплощается в роду мужа? Если сына, то рождается теперь в роду мужа. Если вторая дочь рождается. Неважно. Неважно. Если первая есть... дочь, то в своем. Если есть хотя бы один мальчик, хотя бы, он может быть третьим и четвертым, но он есть, этот мальчик, она автоматически будет теперь рождаться в роду своего супруга. Женщина всегда уходит в чужой родовой эгрегор. Такова ее функция. Приступаем, да? Значит, вы сейчас получили ваши листочки. Там написан ваш родовой эгрегор. Здесь посчитаны не ваши линии родовые, а тип вашего рода. То есть та программа, те таланты, которые к вам пришли по вашему роду. Если у вас там стоит единичка, я уже это сегодня говорила, это род учителей. Причем учителя, приближенные к высшим сословиям. Это в свое время это сословие формировали профессора институтов и в любых других высших учебных заведениях. Они знали иностранные языки. Про какую цифру говорим? Вот в самом низу, вот здесь, цветом, красной ручкой выделен. С первым родом в чем заключается талант первого рода? Это педагогические способности. Плюс, естественно, раз род был приближен ко двору, у него свои манеры. Вы понимаете, да? То есть этот человек, он всегда стремится кого-то обучить, передать знания. Он совершенно иначе относится к информации, он ее ценит. Как правило, эти роды очень любят книги, накопления информационные, ну и так далее. То есть род в основном занимался в прошлых воплощениях, а мы всегда ремесла передавали из поколения в поколение, такова была родовая традиция, занимались педагогической деятельностью. Второй род, есть такой? Это род врачей, это на нашем, так скажем, сленге, а на сленге наших предков это знахари. И в основном целители. Поэтому если у вас этот родовой эгрегор, значит, ваши предки всегда занимались медициной и занимались ею с глубокой знахарской стороны. Они знали травы и способны были делать лекарства. Если вы работаете в области медицины, значит, вы идете по стопам ваших предков. Третий род – это тоже учителя, в основном работающие в частных домах. Это няни, воспитатели, гувернантки и гувернеры. Есть такие у нас? Этим людям дарована возможность чутко чувствовать детей, а главное — передавать им правильную информацию. По сути, это тоже учителя, но на более низком уровне. Но, тем не менее, они приобщены к богатым домам, а значит, стремлению к финансовым благам. Четвертый род — это промышленники, предприниматели. Это люди, которые занимались, ну, на нашем сленге, бизнесом в прошлых воплощениях, кулаки, например. Ну и, соответственно, сейчас их основная задача – развиваться в бизнесе. Если у них нет своего предпринимательского дела, им очень тяжело будет идти по жизни. А если у них есть свой бизнес, им очень легко
поставить его на ноги, и все предки будут ему помогать. Важно понять, что этим людям не очень комфортно работать в качестве наемного работника. Они видят, они слышат, они понимают гораздо больше, дают советы, отчего часто обретают неприятный контекст со своим работодателем. Потому что тот ему что говорит? Раз ты такой умный, открывай свою компанию. Вот и отлично, открывайте свою компанию. Вам предки помогут. Пятый род. Есть такие? Это жреческий род. Это самый древний род на планете Земля. Это жрецы. Люди, которые всегда передавали знания, они в свое время общались напрямую с богами. Ну, мы их называем боги, а на самом деле это более развитые предки, пришедшие к нам с Асгарда, созвездия Плеяд. И когда, вы знаете, да, веды, Санти-веды Перуна, Перун общался с кем? Со жрецами. Их основная задача была получить информацию от богов и передать всему человечеству на доступном человечеству языке. Таким людям необходимо заниматься эзотерикой, это их прямое предназначение. Шестой род – это род домашних ремесленников. Те, кто занимался поварским искусством, те, кто занимался дизайном на современном языке и, соответственно, тоже воспитанием детей. Поэтому эти люди обладают уникальным чувством творчества, они очень хорошо могут готовить, у них в роду обязательно были какие-то древние тайные рецепты. И если вы сможете их восстановить, то можете прослыть очень интересным поваром. Седьмой род – это род ученых, философов и инженеров. Есть такие у нас? Да. Замечательно. Поздравляю вас. Ваши предки открыли какие-то очень интересные и важные знания для нас. И, быть может, сегодня мы в этой аудитории освещены светом, под камерами, благодаря вашим предкам. Соответственно, ваша задача теперь повышать информационное поле предков, создавать какие-то инженерные технологии, развиваться ментально, ну и, соответственно, воспитывать в такой традиции ваших потомков. Восьмой род – это род правоверов, это род юристов, судей и других юридических деятелей. Поэтому вы на уровне подсознания очень хорошо чувствуете законы. Даже если вы находитесь в чужой стране, вы четко понимаете, что дорогу на красный свет переходить не стоит. Ну и, конечно, вы берете в руки документы, и они с вами начинают говорить. Они вам рассказывают о том, вы даже не читаете договор. Они вибрационно с вами говорят, в договоре есть ошибка, стоит подписывать, не стоит подписывать. Если вы будете выбирать юридическую специализацию, она вам дастся очень легко. Девятый род, есть такие? Это экстрасенсы. В этом роду передавались экстрасенсорные способности каждому потомку рода. Если вы вступили в отношения, в семейные отношения, и у вашего супруга теперь, то есть вы теперь носите эту фамилию, у вашего супруга девятка, вам дали допуск к экстрасенсорике, и вы теперь точно так же подключились к ментальному полю этого эгрегора и способны считывать экстрасенсорно информацию с других людей. Это очень интересный эгрегор, но род достаточно молодой, потому что сначала были жрецы, а уже позже вышли экстрасенсы. Ваша задача теперь заниматься эзотерикой. Десятый род – это род бухгалтеров, можно так сказать, финансистов, банкиров, крупных промышленников, торговых представителей, людей, которые занимались бизнесом в очень крупном масштабе, в том числе торговлей. Это очень обеспеченный, успешный род, который передавал из поколения в поколение очень большие знания о том, как нужно зарабатывать деньги, ну и, соответственно, как их тратить. Поэтому в этом воплощении ваша задача приумножать капиталы вашего рода, накапливать финансовые потоки и правильно их распределять. Если в таком роду вы не оставляете по наследству ничего, либо вы не помогаете вашим предкам по роду деньгами, то вас могут за это наказать, вас могут отнять все деньги, потому что вы, ваша основная задача развиваться в рамках своего рода и обеспечивать свою семью. Одиннадцатый род – это воины. В современном представлении к ним еще относятся и спортсмены, потому что они тоже воины, только на другом поприще. Соответственно, эти люди оберегали наши границы, защищали. Вы знаете, что есть даже отдельные, ну, скажем так, племена, которые защищали. Ими были варяги, вы знаете. Ими же были в Украине. Не помнишь? Забыла. Ну, в общем, очень много их было. И, соответственно, сейчас все люди, которые идут по их стопам, они занимаются, например, работают в полиции, они работают в военных службах, в тайных службах. Это правильное абсолютно направление, их задача защищать.
Если же они не защищают, ну, например, девушки, да, не обязательно это делать, ну, тогда нужно физически развиваться, ну, и, соответственно, заниматься спортом хотя бы на уровне небольших упражнений, тренировок, медитации и так далее. Шахматы сюда не относятся. На всякий случай. 12-й родовой эгрегор – это социальные работники, люди, бескорыстно помогающие своему окружению, в том числе когда-то в селах и в общинах. Они занимались тем, что они оказывали психологическую помощь близким. Поэтому ваша основная задача теперь – помогать другим людям найти их путь с психологической стороны, примирить, успокоить, подбодрить, вдохновить и так далее. Это очень хорошие психологи, социальные работники, люди, которые очень чутко чувствуют интонации других людей, физиологическое, эмоциональное, даже психологическое состояние. Этим нужно уметь пользоваться. 13-й род, 13-й знак второй нумерологии – это знак Раху. Это род революционеров. Все потомки этого рода обладают даром гипноза. С этим нужно быть поаккуратнее, нужно уметь пользоваться этими способностями. И в этом роду, в 13-м роду, ваша основная задача – это прокладывать абсолютно новые дороги. Если до вас кто-то придумал велосипед, значит, вам нужно теперь придумать велосипед на одном колесе. И обязательно других людей направить в это же русло. Если в 13-м роду вы живете по стереотипам и стандартам, вам в жизни мало что будет дано. Ваша задача всегда идти вопреки, наперекор всем событиям. Изучать альтернативные науки, заниматься той же эзотерикой и так далее. 14-й род – это род сельского хозяйства. Ваша основная задача теперь выращивать травы, заниматься селекцией, ну и, соответственно, обеспечивать вашу семью продуктами, используя ваш сельскохозяйственный дар. По сути, это крестьянский род, не очень обеспеченный, но, тем не менее, очень полезный, потому что эти роды кормили в свое время всю Европу и большую часть Азии. 15-й род есть такие? Стесняетесь, да? А, ты? Колдуны. Те самые колдуны, которые умели управлять эфиром. Это самые сильные экстрасенсы из всех возможных. Если мы говорим о пятом роде, это в большей степени интеллектуально, это жрецы. 9-й – это они способны предвидеть на небольшое расстояние, а 15-й – способны на все. Это космобиоэнергеты, это и целители, и те же знахари, экстрасенсы и так далее. Это очень сильный род, и с таким родом желательно дружить, потому что обладают очень сильной энергетикой, и так же, как и с 13-м, зашкаливают компьютеры, срываются эмоциональные люди, потому что очень сенсорный человек. Их основная задача, угадайте, какая? Заниматься эзотерикой. 16-й род – это род строителей. Поэтому они очень часто выбирают именно строительную специализацию, либо очень хорошо владеют молотком и могут построить любой скворечник. Почему? Их предки всегда из поколения в поколение занимались, династически занимались строительным ремеслом. Ваша задача не то чтобы построить дом, но как минимум быть открытым к ремонту вашей квартиры. 17-й род – это очень талантливые люди. В этом роду были художники, поэты, писатели, те, которые развлекали всех остальных, особенно тех, кто родился в 7-м, которые сутками занимались научной деятельностью. 17-й род – это публичный род, и ваша основная задача – прославить себя. Вам сейчас очень просто, есть YouTube. Один ролик, вы звезда YouTube. Все, вы пошли по направлению вашего рода. Только вы помните, да, что есть положительная информация, а есть отрицательная. 18-й род – это род ремесленников, но в общественном масштабе. Ну, например, кузнецы или те, которые занимались, делали муку. То есть они, по сути, помогали всей общине, всей деревне, но, по сути, тоже занимались ремеслами. Поэтому теперь ваша задача – заниматься домашними ремеслами, мужчинам выносить мусор, женщинам готовить и так далее. То есть, по сути, помогать вашим близким именно обустраивать комфорт. Если в этом роду вы умеете свой ресторан, либо у вас свое дело, вы шьете одежду, вы дизайнер, архитектор, это идеально. Флористы великолепно подходят для профессий. 19-й род – это род чиновников, высокопоставленных, которые работали в пределах нашей страны, Руси.
Теперь ваша задача также стремиться к высоким должностям и постам, заниматься развитием вашей карьеры, повышать статус ваших родителей и так далее. Но, естественно, если это ваша задача, вам будут помогать. Почему? Все предки встанут на защиту именно этого выбранного вами пути. 20-й род. Есть такие? Это дворяне. Это люди, которые обладали глубинными знаниями, которые в свое время стояли у истоков создания нашей Руси. Они защищали нашу Русь и в то же время развивали ремесла и помогали тем, кто работал на земле. У них были много династических профессий, какие-то глубинные тайные знания. И именно эти роды больше всего пострадали во время революции. Теперь ваша задача — восполнить эти родовые традиции, показать вашим потомкам. Ну и, конечно, в этом роду особенные манеры, которые также, этикет, который также нужно изучать и передавать потомкам. Следующий, 21-й, это род международных чиновников и международных торговцев. Очень крупные предприниматели, представляющие интересы нашей страны в других странах. На современный лад это тоже спортсмены, тоже певцы, которые представляют интересы наши в других странах. Это министры, это различного рода чиновники. Сейчас ваша задача изучать иностранные культуры, иностранные языки, путешествовать в другие страны, всем бы такие задачи. И, собственно говоря, благодаря этому в другой стране вы можете интуитивно понимать любого человека, даже если вы не знаете иностранного языка. Легко адаптируйтесь, вам помогают устроиться и на работу, и найти квартиру и так далее, потому что ваши предки встают на защиту. И 22-й род – это род уже сельских учителей. Это род, в котором необходимо иметь троих и более детей и лично заниматься воспитанием, образованием этих детей. Но на современный лад хотя бы вместе с ними делать уроки. Теперь у вас есть понимание о том, в каком роду вы находитесь. У вас также на листочке... Где ты нарисовал? Нет, тут в кармическом узле ввел. Видите, у вас написан кармический узел. Если ваш кармический узел обведен в кружок, у вас есть такие люди, это означает, что ваш род кармический. То есть вы ментально отключены от вашего родового эгрегора. Вы допустили ошибку в прошлой жизни, по которой ваш род, покровитель рода, принял решение не благословлять вас на получение ментальной информации по роду. Теперь ваша задача развязать ваш кармический узел, тогда вас впустят в ваш родовой эгрегор. Да, вы будете продолжать воплощаться в этом роду, но вы будете отключены от общей информации в этом роду. У нас есть отдельный ролик в YouTube, ну и, конечно, во время семинаров. Да, давайте раздадим. Вы сможете познакомиться с вашими кармическими узлами, с их описанием. Передайте, пожалуйста. Да. Девичь, да, он теперь подключен к еще одному, к маминому родовому эгрегору. Итак, меня попросили рассказать... Да. Вот скажите, пожалуйста, отец поменял фамилию в 10-м классе. Угу. Все, смотрите, задали вопрос, может быть, не все услышали. Папа поменял свою родовую фамилию в 10 классе, и его ребенок уже родился по другой фамилии. Астрально он подключен, этот ребенок, его потомок, подключен к родовому эгрегору, исконному родовому эгрегору отца. А ментально он подключен к родовому эгрегору по помененной фамилии. Если он фамилию свою до конца жизни не вернет на исконно родовую, то и воплощаться он потом будет через ментальную энергию, потому что ему дадут замену. Поэтому лучше все-таки узнавать свои настоящие фамилии, возвращаться на эти фамилии, тогда вы и ментально будете защищены, и астрально. А так ведь энергия должна идти вместе. А если энергия разорвана, такой ребенок не чувствует поддержки, не чувствует достаточно сил. Если там уже и внуки... Я только говорю теорию, а вы решаете сами, как вы будете этот вопрос решать.
вы считаете и ту, и другую. Когда мы считаем, помните, карту инклюзии, да, число индивидуальности, мы считаем по основной родовой фамилии. Она является программной. А то, что поменял папа, это уже в инклюзию не включаем. Так, ну... Отражается, подключается ментально. Двойная фамилия – это двойной эгрегор. Двойной эгрегор. И там находится человек. Но все-таки вы должны понимать, что если вы находитесь в одном эгрегоре, вы легко воплощаетесь. Если в двойном эгрегоре может возникнуть спор в астральном плане, через какой родовой эгрегор вас теперь будут воплощать. Надо сделать выбор. Так, ну, я прошу прощения, мы сейчас с вами... Не получится, у нас время мы уже на полчаса остановили. Так, меня попросили рассказать о том, что мы преподаем на первом, втором и третьем курсе. Хотя у нас есть программа на нашей страничке, на нашем сайте alivasar.ru, но те, кто не владеет нумерологической лексикой и не понимает, что зачем стоит, вот здесь могут возникнуть некоторые проблемы с осмыслением, что же мы считаем. Первый курс – это базовый курс, но это не означает, что он простой. Потому что мы на базовом курсе изучаем 31 методику из различных школ нумерологии. И китайскую мы изучаем подсознание, и халдейскую мы изучаем тоже подсознание человека. В халдейской школе мы изучаем родовые эгрегоры, учимся определять кармический или некармический род, как вас приняли в этом роду. Также на первом курсе мы изучаем подробно программу на воплощение человека, его ошибку прошлого воплощения, нижний слой кармы, верхний слой кармы. Определяемся с его предназначением, задачами, с графиками его иммунитета, с его энергетикой и так далее, и так далее. Это огромный спектр знаний. Первый курс в своей прогностике вы можете разбить на 4 различных типа консультаций. По сути, он диагностический. Вы будете работать, как любой диагност или терапевт в медицинской среде. Вы говорите человеку, в чем его тонкое место и в чем его основное силовое место. Второй курс, он более глубоко прогностический. Здесь мы учимся выстраивать все ошибки прошлого воплощения, раз. А по ошибкам мы начинаем трактовать слои астрала, прогностику человека по карме, совместимость человека по карме, а также непосредственные события, обратки, искушения кармы. Строим графики. Графиков очень много. Это и график воли, график судьбы, график карьеры, график жизненного пути, графики застоя, графики индивидуального частного предпринимательства. Они у нас называются графики самореализации, графики финансового потока и многое-многое другое. То есть вы даете абсолютно полную картину судьбы и кармы человека. Первые два курса, они проходятся строго последовательно. Сначала первый курс, и если вы освоили эту информацию, потому что ее огромное количество, наши студенты уже столкнулись с этим. Если вы осваиваете и все же решили избрать нумерологию не просто как дополнение к своим основным профессиям, а все-таки глубокой профессии, то вы идете на второй курс. На втором курсе без первого вам будет крайне сложно. Вы очень долго не сможете понять вообще, о чем идет речь. Плюс вы не будете разбираться глубоко в карме. Все это проходится на первом курсе. И есть у нас еще третий курс. Если вы прошли первый, второй и третий курс, мы вас посвящаем, скажем так, через свидетельство, а не через ментальные эгрегоры. Мы вас посвящаем к магистрам нумерологии. Это самый высший сан на сегодняшний момент. Потому что третий курс дает абсолютное вхождение в прогностику человека точно так же через кармы. И это таро-нумерология. Таро-нумерология, то есть третий курс, вы можете изучать вне зависимости от первого и второго. Это отдельный фундамент, отдельные технологии, которые вы можете изучить изначально полностью. Что касается таро-нумерологии, это самая наша любимая школа. Она самая быстрая, она прогностическая. Она тоже говорит о родовых эгрегорах, точно так же говорит о прогностике, о программе на воплощение. Она же дает ваши сильные стороны, ваши слабые стороны, точно так же дает кармические узлы. Она вам раскрывает вашу обереговую, талисманную практику, вы можете себя подкрепить энергетически. Она же вам рассказывает более глубоко, это самый сильный слой по прогностике и совместимости. Там мы раскрываем программу пары в отношениях.
как складывались отношения на самом начальном этапе, на их развитие, на их завершение, итог их отношений, являются ли их кармические узлы, кто на кого скидывает карму. Это все видно в таро-нумерологии на третьем курсе. Поэтому таро-нумерология, она является самой интересной в плане изучения, она более простая в изучении, потому что всего лишь 22 аркана преломлены через различные математические технологии. Но, тем не менее, это не означает, что он не дает большой прогностики. Мы таро-нумерологию любим больше всего, и когда мы начинаем консультировать человека, мы начинаем именно с таро-нумерологии. Она дает быстрый эффект. Так что приглашаем вас на наши лекции, на наши семинары. Ну и, соответственно, кому будет интересно что-либо прочитать, вы сможете прочитать в нашей книге. Также я вам хочу рассказать о нашей уникальной библиотеке. Это сакральные знания. Здесь находится 1300 книг из различных разделов. Эти книги вы уже, большинство из них, не найдете в интернете, потому что они слишком глубокие, скажем так. Поэтому, если вы захотите получить вход в нашу личную библиотеку, которую мы собирали много лет, она, начиная с 15 века и заканчивая всеми современными очень глубокими технологиями. Здесь есть и нумерология, и астрология, и история, и генетика, и физика, и химия, и знахарство. Есть даже целебник 17 века, и летописи наши древние, и многое-многое другое. Вы сможете приобрести эту библиотеку у Дмитрия после лекции, во время нашего пребывания здесь, еще в течение там 3-4 недель и так далее. Так что, если вас заинтересовала наша библиотека, пожалуйста, подходите. Да. Да. Она не может не открыться. Хорошо, подойдите к Дмитрию. Я вас благодарю за то, что вы приехали на наш семинар. Здесь собрались люди из разных городов. Приходите еще, ждем вас. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо.